Значит, сегодня 16 марта, как было объявлено раньше, у нас состоится очередное заседание Российского комитета рабочих. Во-первых, приветствую как старых, я имею в виду не по возрасту, а тех товарищей, которые уже сюда дорогу проторили, так и вновь прибывших товарищей на нашей Сормовской земле. И желаю всем нам плодотворной работы на этом весеннем заседании Российского комитета рабочих. Вести заседание будем мы, сопредседателя Российского комитета рабочих, Варламов Александр Иванович, Игошин Дмитрий Васильевич и Шишкарев Василий Иванович, наладчик ЗИЛа Москва, докер город Ленинград, ну и я, расточник завода Красной Сормово. Очередное заседание, сегодняшнее, нынешнее заседание, считаю открытым. Мы не голосуем за этот вопрос. Значит, предлагаемая повестка дня. Вы знаете, всем посылали с оргкомитета, значит, письма с повесткой дня. Пока нам дополнений не поступало, но вы можете сделать их здесь. Первый вопрос. О действиях профсоюзных рабочих организаций в условиях нового трудового законодательства. Доклад депутата Государственной Думы Олега Васильевича Шейна. Второй вопрос. Об опыте борьбы за индексацию заработной платы. Доклад Портового комитета профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербург, Ленинград. Третий вопрос. Обсуждение положения первичной организации рабочего профсоюза. Доклад сопредседателя Российского комитета рабочих Василия Ивановича Шишкарева. Ну, значит, какие будут предложения по повестке дня? Есть дополнение к повестку дня? Или я могу проголосовать? Докладчик-то этот. По первому вопросу нет, может поменять. Как? У нас больше здесь нет депутатов Государственной Думы, кроме Олега Васильевича. Ставлю на голосование, товарищи. Кто за то, чтобы принять данную повестку дня, прошу проголосовать. Подержите мандаты, мы посчитаем. Ренат, мандатная комиссия. Так, против есть данной повестки дня? Против нет. Воздержавшихся тоже нет. Продолжаем нашу работу. Нам надо утвердить регламент нашей работы. Мы были должны начать в 10 часов, немножко мы задержались на 15 минут. Значит, предлагается следующий регламент работы. Значит, 16-го, то есть сегодня, мы работаем вот из 10, будем так считать, и до где-то часов до 5, до 6. Перерывы через полтора часа работы. Ну, первый перерыв через два давай. Ну, давайте, первый перерыв сделаем в 12 часов. 12 часов.
Вот. По обеду мы посоветуемся, во сколько. И вторая половина дня после обеда, значит, это где-то в районе 6 часов. Ну, там видно будет. Может быть, мы устанем, пораньше можем кончить. Но как практика показывает, что раньше 6 мы никогда не кончаем. Завтра с 9 часов, ну и до 12. И до 12. Вот. По-моему, на обсуждение этих вопросов нам время хватит. Хотя вопросы очень и очень важные. Особенно первый вопрос. И я бы заранее предупредил докладчика, и кто будет вопросы задавать, выступающие по этому вопросу, что это надо, в общем, этот вопрос разобрать скрупулезно и досконально. Лучшим специалистом по этому вопросу у нас, конечно, является Олег Васильевич Шейн. Мы читали его статью в газете, мы его слушали на учредительном съезде Российской партии труда по этому вопросу. Значит, поэтому мы пригласили его, чтобы он доложил Российскому комитету рабочих. Вот как нам, работникам, значит, действовать в обстановке положения принятия нового трудового законодательства. Кто за то, чтобы принять тот регламент, о котором я сказал, прошу проголосовать мандатами. Хорошо, спасибо. Против есть, против нет, воздержавшихся тоже. Дальше нам надо утвердить две комиссии. Первая — регистрационная, мандатная, это мандатная комиссия. Регистрационная предлагается в следующем составе: Петров Сергей Петрович, пролетарский завод «Ленинград». Сенков Константин Александрович, токарь «Водоканал» Нижний Новгород. Новикова Кристина, программистка цех МС-1. Брагина Анна, распред первого участка цех МС-1, завод «Красный Сормов». Я думаю, достаточно состав комиссии. Кто за эту комиссию, за данных товарищей, прошу проголосовать. Хорошо, спасибо. Против нету? Нету. Пусть работают. Ага. Значит, еще одна комиссия есть. Редакционная. Значит, в редакционную комиссию предлагается Кудрявцев Владимир Михайлович, наладчик аппаратуры, регулировщик радиоаппаратуры завода «Электромаш» Нижний Новгород. Значит, Шишкарев Василий Иванович, вот это точно наладчик. Значит, автоматически клини завода «ЗИЛ». Харламов Александр Иванович, докер, морской порт, город Ленинград. Есть еще, может быть, кого-то в комиссию вводить или не надо. И, по-моему, они поработают втроем нормально. Кто за этих товарищей, за редакционную комиссию, прошу проголосовать. Спасибо. Против нет. Воздержавшихся тоже. Так, все, у меня есть, значит, объявление от мандатной комиссии. Президиум, просьба тех, кто не зарегистрировался, в первом перерыве надо это сделать. Петров. Председатель комиссии Петров. Так, продолжаем нашу работу.
я ничего не забыл. Значит, по первому вопросу слово имеет Шейх Олег Васильевич, депутат Государственной Думы. Пожалуйста. Что, Шейх Олегович, 1 февраля, а не даже с 1 января, вступил в силу новый трудовой кодекс Российской Федерации. Если раньше мы все проникались мыслью, что в этом документе ухудшает права работников, то теперь в условиях, когда этот документ работает, если мы, конечно, хотим по-прежнему на предприятиях действовать против работодателей, мы должны проникнуть совершенно другой логикой о том, что в этом документе защищает права наемных работников. При этом надо понимать, что сам по себе новый трудовой кодекс, документ достаточно хаотичный, внутренний, противоречивый, содержащий очень много коллизий и нестыковок, что мы можем достаточно эффективно использовать в своей работе как в профсоюзных организациях рабочего движения. Вместе с тем я хотел бы, может быть, затронуть некоторые наиболее часто встречающиеся вещи. Первая часть — это права профсоюза, это порядок организации проведения забастовок, это вопросы, связанные с коллективными договорами, вопросы, связанные с прямым увольнением на работу и с работы, соответственно. Конечно, самый главный удар был в новом кодексе нанесен именно по правам профсоюза. Если раньше с профсоюзами согласовывались приказы, скажем, по графикам рабочего времени, графикам сменности, по отпускам, по сверхурочным работам и так далее, то теперь с профсоюзами ничего не согласовывается, а лишь учитывается их мнение. Причем мнение происходит по следующей модели. Когда администрация направляет профсоюз в проект приказа, через 5 дней профсоюз обязан на приказ отреагировать. Если профсоюз не отреагировал, считает, что он согласен. Раньше было, что если профсоюз не написал ответа, то как бы администрация не получила согласия организации, поэтому она блокирована. Теперь нет, теперь профсоюз обязан отреагировать, теперь более того, не просто отреагировать, еще и дать мотивированный ответ. Потом 3 дня на консультации, после чего директор делает то, что хочет. Но здесь есть 2 существенных обстоятельства. Во-первых, строка. Такой учет мнений проводится лишь с наиболее представительным профсоюзом, в котором находится более половины всех работников. Если в профсоюзе менее половины персонала, персонал включает администрацию, кстати, то с профсоюзом никто ничего учитывать не будет. И второй момент важный. Администрация обязана не только направить проект приказа, а направить обоснование по этому приказу. То есть не просто потому, что там сверхурочные работы, вводятся вот, предстоящие там выходные, а почему именно эти работники привлекают сверхурочную работу, не другие работники и так далее. Вообще нужно обращать внимание, очень внимательно, на то, что новый документ, он сильно очень забюрократичит трудовые отношения. То есть в соответствии с ним, в очень многих случаях, работники должны давать там согласие, несогласие, то есть как бы в письменной форме, скажем, соглашаться с тем, что администрация вытворяет те или иные вещи. И это можно использовать в ходе судебных разбирательств, в компании, если администрация проходит на технических вещах. Конечно, небольшой иллюстрации. То, что появилось, то, что не было раньше, то, что написано не совсем четко, и поэтому, я думаю, далеко не сразу администрация сама это заметит. Теперь, прежде чем вынести выговор взыскания, администрация должна будет направить проект приказа с обоснованием по нему в профсоюз. Раньше, как известно, делать этого было не нужно. Я полагаю, что особенно на первых порах директора будут на этих вещах совершать ошибки, и поэтому первый выговор взыскания можно будет легко протестовать просто в связи с нарушением процедур. Потом они, понятное дело, будут спрашивать, что к чему, но в любом случае выговор взыскания уже является предметом переговоров между администрацией и профсоюзом, чего раньше не было. Значит, Ромин, по увольнению. Значит, по увольнениям там точно такая же система учета мнения, только не за 5 дней профсоюз должен дать ответ, а за 7 дней. Причем по увольнению спрашивается соответствующий профсоюз. То есть не наиболее представительный, не тот, который больше половины персонала, а тот, в котором работник состоит. Значит, по 3 основаниям при этом администрация обязана спрашивать мнение профсоюза о своем увольнении. Это сокращение штата, это несоответствие должности ввиду отсутствия квалификации, и это мелкие нарушения, мелкие взыскания, которые влекут за собой последующее увольнение. Значит, есть известное решение Конституционного суда
вынесенный в январе текущего года, где Конституционный суд признал о том, что некоторые позиции старого ГЗОТ Российской Федерации и закона о профсоюзах противоречат правам и свободам человека. А именно, по старому ГЗОТ, по 170 статье, нельзя было уволить беременную женщину, нельзя было уволить работника с ребенком-инвалидом, нельзя было уволить одинокого родителя с ребенком, нельзя было уволить представителя профсоюза без согласия профсоюза. Конституционный суд признал, что эти ограничения противоречат Конституции, праву и свободу человека, а именно праву и свободу предпринимателя увольнять работников. Надо при этом, однако, иметь в виду, что Конституционный суд отменил лишь нормы старого ГЗОТ, не нового кодекса, это первый стакан. И во второй стакан, в отношении представителей профсоюза, речь стояла о грубых нарушениях. То есть пьянство на рабочем месте и прогул. Кстати, прогулом сейчас считается отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд. То есть если человек 3,5 часа, допустим, был вынужден занять профсоюзной работе за пределами предприятия, потом на 5 минут подошел, отметился, считается, что у него нет 4, ушел обратно. Считается, что у него нет 4-часового прогула подряд. То есть это как бы тоже момент, который можно использовать. Так вот, возвращаясь к решению Конституционного суда. Таким образом, Конституционный суд в ходе своего рассмотрения изучал только грубые нарушения. То есть сокращение штатов, там, мелкие нарушения стороны работника, либо несоответствие занимаемой должности ввиду малой квалификации, Конституционный суд не рассматривал. Я бы хотел также заметить, что сохранило действие и не отменена 25 статья, часть 1 закона профсоюза, по которой в отношении профсоюзных активистов, то есть членов профсоюзных выборных органов, включая цеховые комитеты, нельзя накладывать выговора взыскания без согласия профсоюза. То есть картина получается такая. Они не могут наложить выговор взыскания без согласия профсоюза в отношении членов правкома и цехкома. Соответственно, они не могут и уволить работника ввиду систематических нарушений дисциплины. По понятным причинам. Значит, теперь, возвращаясь к увольнению ввиду недостатка квалификации, в аттестационной комиссии обязательно должен быть представитель работника, которого сам работник назовет. Ну, понятное дело, тоже это не особенно нам помогает, поскольку членов комиссии много, наш представитель там один, но это дает право на какую-то информацию. Значит, дальше. Из других моментов, которые тоже для профсоюзов имеют значение. На предприятии с численностью персонала более 100 человек профсоюз по-прежнему имеет право, администрация обязана предоставить помещение, предоставить оргтехнику, предоставить возможности для работы. Я еще раз повторю, в организации с числом персонала более 100 человек. То есть в профсоюзе может быть и 4 человека, но тем не менее администрация должна все это дать. И даже если на предприятии есть 2 профсоюза, администрация должна все равно сработать таким образом, чтобы было минимум одно помещение. То есть, чтобы малый профсоюз все равно имел возможность работы, пусть даже где-то там бок о бок с КНП. Значит, дальше. По-прежнему сохраняется норма по перечислению взносов, наша старая. По-прежнему сохраняется норма о беспрепятственном посещении рабочих мест представителями профсоюзов. То есть, нормы, действующие в законах профсоюзов, они не отменены. Самое главное, что мы потеряли, это согласование. Вместе с тем, есть один момент, я вот сейчас как бы не могу остановиться, каким образом можно эти вещи обойти. Они пока еще не догадались поставить численность выбранных профсоюзных органов в зависимость от численности профсоюза. На Западе там как, допустим, в Греции. Там профсоюз с числом порядка человек 50 может иметь в составе профсоюзного комитета 5 человек. Профсоюз, в котором 100 человек, может иметь в профкоме 10, ну и так далее. Значит, у нас ограничений нет, поэтому нам ничто не мешает, чтобы в нашем профсоюзном комитете на должности председателя либо зампредседателя комитета, а только они обладают иммунитетом, были вызваны все члены нашего профсоюза. И наполнить должностей заместителей совершенно несложно. Зам по переговорам с администрацией, зам по переговорам совместно с самоуправлением, зам по переговорам с трехсторонней комиссией, зам по социальным страхованиям, зам по новогодним подаркам, зам по 1 мая, зам по 7 ноября. То есть эти вещи они делаются несложно достаточно. Причем, такая же гарантия иммунитет сохраняется за теми, кто был в составе профсоюзного комитета менее чем 2 года назад. Это норма и вступившего в силу трудового кодекса, и закона о профсоюзах. Вопрос о ротации.
То есть нам опять же никто не мешает, если слишком большая группа организации, регулярно проводить цеховые собрания, профсоюзные собрания в целом, скажем, завода, чтобы менять, ротировать состав профсоюзного комитета, хоть раз в неделю. Мотивация простая. Мы хотим, чтобы каждый член профсоюза обладал знаниями, грамотностью, как правильно можно действовать, и повышал свою квалификацию как профсоюзный активист, поэтому мы проводим регулярное обновление состава профсоюзного комитета. Это единственное, что можно сделать и что нужно делать сегодня в условиях нового трудового кодекса. Поскольку в противном случае мы ни одного нашего товарища от сокращения штатов не прикроем. Это, можно сказать, открытым текстом. То есть только активизация в плане привлечения людей в состав трудовых профсоюзных органов может быть гарантией от сокращений штатов, от увольнений по несоответствию занимаемой должности, от придержек и попыток там, вынесения выговоров взысканий с последующим увольнением. Это главное то, что нужно понять, усвоить в камере работы. Причем нужно будет внести обязательно изменение положения о первичных формах организации, указав, что все члены правкома являются по должности заместителями председателя правкома. Равно как все члены цехкома являются по должности заместителями председателя цехового комитета. Поскольку гарантия распространяется не просто членов профсоюзного комитета, а на председателя и зампредседателя. То есть такая обязательная норма должна быть немедленно буквально, и кто этого не сделал, уже серьезно опаздывает, отключена положение о первичной форме организации. Значит, дальше что? По забастовкам, по зарплате. Забастовку по новому кодексу провести стало гораздо сложнее, если вообще возможно. Более того, забастовку, если проводить, то проводить официально есть смысл только от коллектива, не от профсоюза. Потому что по новому кодексу, в случае, если забастовку инициирует профсоюз, то администрация вступает с ним в переговоры через 30 дней. Если забастовку объявляет коллектив, то через неделю. То есть мы как бы на формальном моменте теряем 3 недели, понятное дело, нам это не нужно. В любом случае, профсоюз не может объявить забастовку, если только ее не поддерживает более половины всего трудового коллектива. Речь идет о классической забастовке, связанной, скажем, с требованием по повышению тарифных выплат, требованиями по заключению колдоговора, изменению условий труда и так далее. А поэтому любая вот такого рода забастовка, она должна идти теперь уже по новому законодательству только через общую конференцию собрания коллектива. Значит, возможности для, так сказать, незаконных забастовок остались, естественно. Вообще я бы хотел обратить внимание на то, что не бывает забастовок законных и незаконных, бывают забастовки выигранные и проигранные. И, собственно, никакой, как и раньше было, ответственности за незаконные забастовки коллектив не несет, потому что ответственность там прописана следующая. Только в том случае, если работник продолжает бастовать, получив на руки вступившее в законную силу решение суда, и в этом случае для работника наступает ответственность дисциплинарная. Что такое вступившее в законную силу решение суда? Судом первой инстанции является областной суд, судом кассационного порядка является Верховный. То есть, подав кассационную жалобу в Верховный суд, может также отыграть время, и только после того, как Верховный суд принял окончательное решение, и в этом случае коллектив продолжает забастовку, для коллектива наступает ответственность. Понятное дело, что это будет морковка на загорение, когда забастовка уже закончится. Поэтому ответственности, собственно, никакой нет. Норма, она чисто, ну, политически, пропагандистски, я бы сказал, по нам бьет, потому что администрация очень умеет кричать, потому что стачка незаконная, размахивать при этом такими бумажками при этом введения процедуры. Значит, поэтому, естественно, что можно не работать в случае задержки зарплаты. При этом раньше такой отказ от работы был допустим в случае, если зарплата задержана хотя бы на день. Теперь введена норма о том, что минимум зарплата должна быть задержана на 15 дней. В итоге сейчас в многих бюджетных организациях ее задерживают ровно на 2 недели. То есть Исаев, Шмаков, Починок тем самым узаконили в стране двухнедельную прокрутку денег, двухнедельную задержку заработной платы. Значит, форма отказа от работы простая. Опять же, правда, если раньше нужно было просто, можно было не выходить на работу по факту, теперь нужно направлять письмо в администрацию. Но поскольку не оговорены ни сроки направления письма такого, ни его порядок оформления, это может быть коллективное письмо, которое подается в день забастовки. Причем,
категория принудительного труда отнесена не только работа, условия, содержки заработной платы, либо часть зарплаты. А часть зарплаты что такое означает? Скажем, там за съемку ручки не заплатили, за работу выходные праздничные дни не заплатили, там, скажем, начислили какую-то надбавку, но не выдали ее. То есть тоже можно не работать. Но также категория принудительного труда относится труд в условиях небезопасных с точки зрения техники безопасности. То есть в случае, если там работнику не выдали спецодежду и так далее, он вправе просто не работать. Причем, значит, еще такая есть система. Мы пробили, это была наша поправка, наверное, единственная, которая прошла и серьезно, позицию о том, что минимум работ при забастовке согласовывается с соответствующим профсоюзом. Значит, по следующей схеме. На уровне России составляется отраслевой список, отраслевой перечень, который согласовывается с каждым профсоюзом, действующим в отрасли. То есть не с КМП, а не с наибольшим профсоюзом, а с каждым профсоюзом, который в отрасли работает. На уровне как бы территории местное управление, слава богу, было отсечено. И я объясню, почему слава богу, потому что местное самоуправление это гораздо более заинтересованная сторона, чем, скажем, уровень субъекта федерации. Поскольку учителя, врачи, работники, скажем, там, коммунального хозяйства, они все являются работниками местного самоуправления. А у областных властей у них кто? Только департаменты, больше там нет никого, который не бастует. Поэтому с областными властями переговоры всегда вести гораздо проще, чем с непосредственным работодателем в лице мэра города. Вот в таких вещах. Так вот. Минимум необходимых работ на более низком уровне, по последнему разъяснению, которое дает Министерство труда, мы должны его, я думаю, скоро достать, он должен быть хуже, чем минимум необходимых работ, вводимый на уровне России. То есть на уровне России может быть такой минимум, на уровне предприятия хуже, но не шире, ни в коем случае. То есть не расширительный проект. Значит, дальше. Из вещей, которые тоже имеют значение. Значит, по области, связанные с приемом на работу увольнениями и заработной платой. В новом кодексе резко расширена сфера срочных контрактов. 58-я статья. Значит, вместе с тем, есть серьезные возможности, которые требуют очень серьезной, правда, юридической от нас подготовки, для того, чтобы зону срочных контрактов эту отсекать. Например, там указано, что работодатель или работник по инициативе одной из сторон, понятно, по инициативе какой именно, заключает срочный контракт в случае, если предприятие имеет кратковременный рост объемов производства не более чем надо. Там, допустим, мы толкуем мы. Вот, допустим, есть некий завод, который производит, человек подшипники. Производит он их порядка там, 500 тысяч в месяц, предположим. Если он начинает производить не 500 тысяч, а 600, соответственно, на эти 100 тысяч дополнительные и должен быть найм работников на условиях срочных контрактов, а не поголовный перевод всех подряд. Более того, администрация должна представить обоснование профсоюза в этом случае. И в этом обосновании указать свой бизнес-план на следующий год, где она предполагает такой объем производства, а заодно должна указать, почему через год производство широких подшипников сократится до первоначальной величины. То есть, я еще раз напомню, речь идет об увеличении производства сроком не более чем надо. То есть, если оно увеличивается более чем надо, это производство, то там тоже стоит срочных контрактов быть не должно. И я думаю, что здесь будет очень сложный предмет для переговоров, так сказать, с администрациями, и тяжелый, но, по крайней мере, возможности для нас юридического воздействия существуют. Такая ситуация, кстати, как пенсионера. Во-первых, понятное дело, что тот, кто сегодня уже работает на предприятии, не может быть переведен на срочный контракт, если только он сам добровольно не согласится. Потому что отказ от перехода на срочный контракт не является основанием для увольнения. Естественно. Значит, но при этом, скажем, вот срочный контракт с пенсионером там на год, да? Через год пенсионер трудовые отношения свои продолжает, и они не разрываются. В кодексе есть норма, по которой в случае, если срочный контракт закончен, а ни одна из сторон не инициирует его, этого контракта, расторжения, то при этом трудовые отношения продолжаются. И они уже являются бессрочными. То есть срочно переход идет на бессрочный автоматический режим. Дальше, значит, что касается до заработной платы. Значит, понятное дело, что вся эта трескотня о том, что новый кодекс означает, что не зарплаты ниже прожиточного уровня, она сейчас завершилась.
Значит, Починок официально объявил, что об этом может идти речь не ранее, чем в 2012 году, когда уже не будет ни Починка, ни кого-то из его замов в министерстве туда, ни Шмакова. Шмаков назвал цифру 2009 год, и буквально позавчера появилось официальное заявление Генерального совета КНПР, значит, где черно по белому написано, что КНПР наставит на повышение зарплаты лишь 2003 года. То есть все рассказы о том, что минимальный размер оплаты труда будет установлен в размере 450 рублей, начиная с 1 там, апреля или мая текущего года, они закончились. Об этом можно забыть. То есть в этом году повышение заработной платы не произойдет. Я очень сомневаюсь, что он пройдет в следующем году, потому что следующий год, год пика внешних выплат, и даже если будет какой-то рост зарплаты, то я не думаю, что он компенсирует рост инфляции. Сомневаюсь. Значит, вместе с тем, есть один момент в кодексе, который, как мне кажется, мы сейчас можем использовать из новых. Значит, согласно 129 статье налогового кодекса, к области заработной платы отнесены не только тарифы и оплаты, но отнесены также выплаты стимулирующего и компенсационного характера. В этом же кодексе к выплатам стимулирующего характера отнесена премия. То есть премия таким образом вошла в заработную плату. 131 статья нового кодекса говорит о том, что предполагается равная плата за равная зарплата за равный труд. То есть, если раньше можно было всем работникам премию выдать, кому-то одному не дать, сказать, ну ты извини, как бы, вот на тебя денег не хватило, без мотивации. И определять это судебу практически невозможно, то есть определять депримирование было нельзя. Сейчас, мне кажется, есть определенные возможности, конечно, это как бы судебный порядок, но в ходе переговоров мы этот шаг запустили, порядок предприятий, говорить, что нельзя человека лишать части его заработной платы, если только он там реально в чем-то, ну, условно говоря, не применился и нет оснований на него наложить какой-нибудь там выговор взыскания. Таким образом, мы можем добиваться, по крайней мере, начать кампанию за то, чтобы вот эти выплаты премиального характера стали эпизодически более обязательными. Хотя привлечивать тоже эти возможности не стоит. Значит, я могу сказать, что вот, да, по коллективным договорам, точно так же право на колдоговор, как и право на забастовку, закрепляется лишь за тем профсоюзом, в котором состоит более половины всего персонала. Поэтому понятное дело, что в организациях КНПР, скорее всего, будет заключаться колдоговор не между профсоюзом и администрацией, а между трудовым коллективом и администрацией. Колдоговор обязательно заключение через 3 месяца после начала переговоров. Началом переговоров считается письмо любой из сторон с предложением к ним приступить. Понятно, для ничего хорошего, прям плохого нормы не принесла, потому что тем самым резко сужено время самих переговоров, возможность получать в ходе них оперативно, а не абы когда, информацию, и колдоговоры будут тем самым становиться более пустыми. Значит, однако ж, ничто не мешает, во-первых, так как держаться за существующие колдоговора, и ни в коем случае нельзя сдавать существующие колдоговора и идти навстречу администрациям, которая сегодня во многих предприятиях предлагает изменить текст коллективных договоров, исходя из того, что новое законодательство было принято и так далее. Кроме того, надо иметь в виду, что профсоюз, который менее половины персонала находит, в любом случае имеет право на представительство не менее 2 своих людей, да, представителей, в составе колдоговорной комиссии. Соответственно, там можно будет какую-то информацию подчеркнуть. В настоящее время нами готовится брошюра по новому трудовому кодексу, она практически уже в типографии печатается. Я полагаю, что мы ее выпустим достаточно оперативно, буквально, может быть, даже на следующей неделе. Себестоимость там примерно 15-20 рублей получается за экземпляр. И как раз вот то, что я вам сказал, только более подробно, в том числе с проведением типовых стандартных документов, с небольшим разделом по процессуальному праву, чтобы можно было ориентироваться в ходе судебных разбирательств, с типовыми документами о положении первичной профорганизации, о стандартном иске, стандартной жалобе в суд на то, что не получены заработки и так далее, там все это приводится. Поэтому мы будем очень рады, если эта информация, ну, она поступит. Значит, что сейчас понимаю, предпринимается и нами, и той стороной более так масштабно. Естественно, мы начали с внесения наших поправок в текст трудового кодекса.
На сегодня их начало 4. Я полагаю, на следующей неделе пройдет заседание, Олег Борисович, комитета внутренних действий, он будет опять планировать, наверное, значит, тем, чтобы вносить теперь более широкий спектр наших предложений. Очки по прописи не внесены. Первое. В новом кодексе, это очень опасная вещь, не дано нормы об обязательном продолжении трудовых отношений с работниками в случае смены арендатора. То есть, при смене собственника трудовые отношения продолжаются. А вот если предприятие перешло в аренду, или появился новый балансодержатель, то это уже не прописано. И там запросто можно инициировать такие трюки, как прием увольнения вместо приема в порядке перевода, на условиях срочных контрактов, как с нанятыми работниками, на условиях испытательных сроков, с изменением существенных условий труда в виде там, понижения тарифной сетки, повышения окладной части и так далее. Это первая поправка, которую мы вводим, чтобы при смене арендатора так, что отношения продолжались. Второе. Значит, по учителям. Я полагаю, что их нет, но у кого-то там, там хотя бы следующее получилось. Новый кодекс ввел норму, по которой учителя можно уволить при нарушении устава школы. Понятное дело, что в каждой школе свой устав, потому что в каждой школе свой учредитель. Поэтому можно учителя, перейдя, так сказать, через дорогу, в двух школах уволить по двум разным совершенно основаниям. Наша поправка, предполагающая исключение придумана, поддерживает оба профсоюза работников образования, как Всесвободный профсоюз российских учителей УМИД Бородиной, так и профсоюз ФНП работников образования Владимира Яковлева. Значит, третье. Мы, естественно, предлагаем учитывать мнение соответствующего профсоюза, потому что странно, когда при введении там новых графиков сменности будет учитываться мнение кого угодно, только не той организации, в которой работник состоит. То есть мы предлагаем вернуться к практике не льгот для как бы, наиболее большого по численности профсоюза, а к практике, когда интересы работника представляет тот профсоюз, в котором он находится. И четвертая поправка касается решения Конституционного суда. Сейчас Министерство труда и господин Варов, понятное дело, готовит свое видение решения Конституционного суда. Видение достаточно очевидно, то есть, что Конституционный суд вообще отменил вето на увольнение профсоюзных лидеров. Значит, мы даем нашу интерпретацию решения Конституционного суда о том, что Конституционный суд отменил такое вето в отношении грубых нарушений, как то появление на работе в интересном состоянии и прогул более 4 часа. Эту позицию все равно настоять не удастся, поэтому надо идти на уступки, но значит, это мы сохраняем все остальное. То есть вето при мелких изысканиях, вето при несоответствии занимаемой должности, так называемой, и вето при сокращении штата. Формируется очередная коалиция, то есть поправки поддержали у нас представители КПРФ, Аграриев, Союза правых сил, Яблоко и регионов России, естественно. Что касается четвертой поправки, которая затрагивает интересы профсоюзов, право вето, у нас там сложилось такое, как бы, соавторство. Это, помимо Шейна, Сайкин КПРФ, это Иванов, народный депутат, это господин Исаев, КВМ. Значит, такая коалиция дает нам порядка 300 голосов и высокую степень проходимости, если нам нужно 226, это минимальный план, высокая степень проходимости законопроекта Государственной Думы. Естественно, та страна тоже не дремлет. Господин Варов недавно заявил, это генеральный инспектор труда, недавно заявил о том, что уже подготовлено 15 правительственных законопроектов в связи с принятием нового трудового кодекса, и у них поначалу было 45, теперь порядка 60 правительственных и министерских постановлений, разъясняющих действия нового трудового кодекса. То есть они как бы соответственно тоже работают. Поэтому нам необходимо тоже очень, так сказать, детально анализировать всю ту правоприменительную практику, которая сейчас пойдет, разные толкования, интерпретации этого документа, который называется Трудовым кодексом Российской Федерации, с тем, чтобы соответственно очень быстро, оперативно вносить наши предложения, потому что они, по крайней мере, позволят нам даже политически выиграть.
То есть мы можем всегда в ходе там суда, конфликта, переговоров сказать, а вы знаете, ребята, этот документ вообще рассматривается сейчас в Государственной Думе. Да, вот такая норма есть, а вот Решупов, вот есть законопроект, и вот он сейчас смотрит, думает, решение не приняла, поэтому чего кричите? А парламент тот еще изучает ситуацию, говорит, нет, окончательного мнения. Значит, у вас уже есть, это неправильно. Значит, поэтому нам нужно будет, конечно, еще раз повторю, очень детально анализировать то, что происходит. А самое главное, конечно, с одной простой мыслью, что мы гораздо более сильные специалисты в области законодательства, чем юристы администрации. Мы у них выиграли 97% всех судебных исков, это официальная статистика, до принятия нового трудового кодекса. Поэтому именно мы, а не они, и должны толковать нормы нового трудового кодекса и давать свои как бы юридические. Вот, собственно, то, что хотелось сказать. Все? Да. Товарищи, все так хорошо слушали, доклад интересный. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вопросов должно быть, наверное, много. Выступающих тоже. Увольнять школу, а как университеты, учителя? Значит, да, то же самое относится к университетам. То есть я немножко упростил. Речь идет об увольнении вообще работников общеобразовательного учреждения в случае нарушения им устава этого общеобразовательного учреждения. Поэтому здесь оптимальный вариант, и, кстати, единственный, это добиваться соглашений на уровне, скажем, территории, на уровне отрасли оптимальный вариант, но это вряд ли возможно, о том, чтобы нормы устава, которые касаются требований к работникам и которые могут быть основаны для увольнения, они бы согласовывались с профсоюзом. Нам никто не мешает в каких-то договорах согласование прописывать. Нам никто такое право как бы не лишил, не отменил его. Но по университетам там другая есть высокая опасность. Значит, одна норма, а протестовать ее может только через изменение самого кодекса о том, что спецсостав высших учебных заведений будет работать на условиях срочных контрактов со сроком 5 лет. Вот это протестовать невозможно в силу порядке, потому что это прямая норма закона. А вот я слухал, Мельком еще так вот, пришло секретное как постановление в тот же университет, что, допустим, учителя имеют право сокращать студентов, как бы уменьшать себе нагрузку. Не, ну как, ну, наверное, нет. Подобие сокращения штатов это возможно, по ЗОТу-то, да? И в уставе у них тоже прописано, что они, допустим, относятся к этому. Они трудовые согласия, они такие могут заключать случаи. И там и сокращение штатов тоже? Какое сокращение штатов? По ЗОТу сокращение. Я понимаю, о каком сокращении штатов вы говорите? Ну, это сокращение штатов, значит, относится к ученикам как? Нет, конечно, нет, ну нет. Там может есть быть такое, нет. Как-то... Там трудовые отношения. Ну, завуалировано, да, нет. Но они жалуются, вот мы не будем, допустим, вот, принимать лишний раз отчеты, что же на мне повисает, на душу себе увеличить. И мне, собственно, да, вот вверху мне сказали, видимо, это что-то есть. Но и сам текст, то есть мы, давайте мы гадать не будем, да, по документу, который мы не видим. Мы его достанем тогда, и можно будет уже его смотреть, как-то интерпретировать. Там легко можно любой документ достать, к этому документу не бывает. Надо просто написать письмо в адрес университета, спросить, пытаться объяснить по такому же вопросу. И если они дадут ответ, они, по крайней мере, укажут на дату, на номер этого министерского документа, и можно будет уже его найти. Еще вопросы? Так, вот у меня вопрос будет такой, что сейчас на предприятиях охрана труда уже ослабла и намного. И вот в связи с этим вот переводы по как бы нарушению от работника по охране труда, вот по медицинскому ограничению и по аттестационным, вот по квалификации. Вот сейчас в этом новом кодексе какие? Вопрос еще раз, уточните. Ну вот по охране труда, отстранение, да. То, что дали администрации, потому что расширили вот эти положения для администрации, чтобы как-то вот по этим основаниям, по медицинским, по охране труда и по недостатку квалификации. Вот тут разъясните. Хорошо. Я посмотрю туда, если не получится, то скорректирую сейчас вопрос. Значит, если раньше увольнение по медицинским показаниям проходило по согласованию с профсоюзом, теперь профсоюз там близко. То есть увольнять ввиду недостатка здоровья можно как бы и так. Увольнение ввиду недостатка квалификации проводится при учете мнения профсоюза в отношении рядовых членов профсоюза,
при согласовании с профсоюзом в отношении членов выбранных профсоюзных органов, то есть председателя и зампредседателя профсоюза. Все остальное по охране труда, в принципе, осталось без особых изменений, только раньше было записано в законе об охране труда. Его просто переписали и вбили в текст кодекса. Еще вопросы? Пожалуйста. Я с Красной Сормой, буду говорить о Красной Сормове. Вот хотелось бы узнать такую вещь, что у нас как раз Сормов поменьше будет работать с каждым вот месяцем. И как уж, ну, а народ остается все равно, несмотря на сокращение. Вот как будет производиться оплата по простору? Да, третий вопрос. И второй вопрос. Вот у нас в новом законодательстве там по отпускным деньгам, значит, будет там включаться должны выходные деньги, дни в оплату. А вот сейчас, где 40-часовая, такой, значит, она 2 дня там летит, вот, да, и кроме того, оплата и в воскресенье должна быть. Спасибо. И, а сейчас у нас не идет такой оплаты. Люди в феврале уходили. Значит, смотрите, ну по отпускам было так и осталось, там на самом деле ничего не изменилось. То есть раньше считалось 24 рабочих дня, теперь 28 календарных. Расчет принят. Поэтому не обращайте внимания там на все эти рассказы о том, что якобы у нас теперь самый длинный отпуск в Европе. Тем более в Европе самый длинный отпуск это порядка 35-40 дней в северных странах. Значит, дальше. Сейчас мы это отключим технику, чтобы здесь у нас не летал. Значит, дальше. Что касается до... Значит, первый вопрос это по... Значит, простой. Простой оплачивается в размере 2/3 тарифа, как оно и было раньше. 2/3 его зарплаты оплачивается, что в данном случае, когда работник смог доказать, что простой произошел по вине администрации. Именно. Любая администрация всегда объяснит, что простой произошел не по ее вине. Смежники подвели, Чубайс свет выключил, конъюнктура не сложилась не так, как хотелось. Поэтому 2/3 зарплаты, я думаю, получить невозможно. Я просто как юрист могу сказать, что 2/3 зарплаты при простой получить будет нельзя. По-прежнему, как было 2/3 тарифа там или оклада, так оно и будет. Другое дело, там появилась следующая хитрая штука. Значит, теперь администрация может, предварительно уведомив в этом профсоюз, работников отправлять полугодовые неоплачиваемые отпуска. Потом надо как бы упускать обратно, еще раз на полгода туда же. Значит, из этого выйти можно одним путем. Это если работник сам берет на себя инициативу заявить администрации, что она не может его обеспечить работой, и поэтому он там, просит, требует, чтобы ему было предоставлено вот эти 2/3 тарифа или оклада ввиду простойкования администрации. Еще такая штука причем. Если раньше 2/3 начислялись автоматически, там, то теперь работник должен в письменной форме уведомить администрацию о том, что начался простой. То есть я сейчас повторю, чтобы, ну, может быть, некоторые детали скорректировать. Администрация может работников направить в полугодовой отпуск вообще без копейки. Из этого можно выйти только одним образом. Если такая информация появилась, что с дня на день такой приказ будет, сказать, выпущен, необходимо администрации отправить такое письмо. Уважаемый там директор, насколько мне известно, администрация, так сказать, через 2 дня будет не в состоянии обеспечить меня работой. В связи с чем прошу рассматривать эту ситуацию как простой вине администрации, плачет мне в размере 2/3 тарифа либо оплаты. Вот такой момент. А он сейчас не будет. Так, пожалуйста, мой мастер. Выслушав ваш доклад, значит ли, что работника нужно относиться к директору, начальнику, как к врагу народа? Значит, любой директор или начальник в России, ну, за этим исключением, есть, конечно, заинтересован в том, чтобы директор, начальник, как бы, промежуточное звено, в том, чтобы предприятие работало с прибылью. Прибыль может быть только за счет одного пути достигнута, это понижение зарплаты. Никакого другого источника прибыли нет в стране, и никогда не было, ни в одной. Это совершенно корреспондирующие между собой вещи. Чем выше прибыль, тем меньше заработная плата. Другого источника, кроме как бы дохода от эксплуатации работников, не существует. И еще. Значит, если кто-то рассказывает иллюзию в отношении директора, то у вас не хороший директор, то будет плохой директор.
единственная гарантия негодяя там, дурака, является только крепкая собственная рабочая организация. И никто рабочих, кроме своих рабочих, не поможет. На вопрос ответить? Пожалуйста. А я на вопрос ответил, что есть, конечно, исключения, но, как правило, директора и начальники нацелены на то, чтобы людей выжить как лимон. И рабочие не должны относиться соответствующим образом. А именно как? Чем человек по другую сторону? Объективно, по своему положению обязан это делать. Конечно. И вы его уволите, если делать не будет. Собственно, пожалуйста, что еще будет? Вопросы. Вопросы, пожалуйста. А если просто вот неделя, допустим, вот на заводе, на моторном, узаконили раз в месяц, в неделю, они не работают неделю полностью, у них там тоже нету продукции. Это тоже даже, и тут также можно писать. Две трети, нет, это даже больше в размере двух третий. Единственное, надо смотреть, как администрация оформила приказ. Потому что на сегодняшний день, вот если раньше, условно говоря, мы могли давать некие универсальные инструкции, товарищи, то теперь это уже становится почти невозможно. Мы можем давать некие общие установки, скажем, как там, юрист, процессный и так далее. Но новый кодекс перевел законодательство, вернее, трудовые отношения, из области закона в область договоров. Поэтому необходимо смотреть каждый конкретный отдельный приказ администрации на предмет его, даже не то что соответствия, а соотношения с соответствующим новым кодексом. Они также в колдоговор могут включить этот момент, да, что в колдоговор, договор, но что неделя простой, и тут уже не все, вот закон. Да, совершенно верно. И уже тут ничего не поделаешь. Если в колдоговор включено, то на самом деле практически сделать ничего будет нельзя. Поэтому очень важно сейчас как раз давление на профсоюз. В нашей стране очень важно давление на профсоюз, и профсоюз не подписывает, чего попало. Или чтобы изменили, да? Сделали изменения. Да, либо чтобы изменения сделали. Но, во всяком случае, сейчас, я думаю, как раз фаза такая, чтобы они не подписывали, что попало, по одной простой причине. Профсоюзы ФНП, они, как правило, переписывали просто действующее законодательство, значит, там немножко вводили тарифную сетку договора, и говорили, вот он, коллективный договор. На этом как бы он заканчивался. Значит, поэтому сейчас я вполне допускаю, что профсоюзы ФНП охотно пойдут на предложение директоров об изменении коллективных договоров. Ничего хорошего, кроме плохого, у этих новых договоров быть не может, по понятным причинам. Поэтому очень важно, чтобы те коллективные договора, которые на сегодня действуют, они бы не менялись. И если они уж начинают меняться, то смотрите, каким именно образом. То есть сегодня ситуация такова, что на каждом предприятии все будет решаться путем переговоров, путем локальных соглашений. О законе можно забывать потихоньку. В таких областях, как время рабочего, рабочее время, как заработная плата, закон это еще забыть, его больше нет. Значит, закон только в одном преломлении может, наверное, рассматриваться. Это гарантия от увольнения, от договоров взыскания, то есть как бы вот такая оборонительная фраза. Во всем остальном не надо никаких иллюзий испытывать. Я только один пример приведу. По новому кодексу работодатель не может любого работника отправить в режим ненормированного рабочего дня. Понятно, что это такое. Причем там никаких ограничений по 101 статье нового кодекса в отношении, когда вводятся ненормированные, когда не вводятся, их нет. Поэтому, еще раз говорю, забудьте, пожалуйста, о каких-то трудовых гарантиях в области зарплаты и в области режима рабочего времени по новому кодексу. Гарантия может быть только одна, это либо сильный коллективный договор, либо такой контракт, который бы позволял выруливать работу. Срочный контракт. Ну, не обязательно. Почему? Контракт не обязательно должен быть срочный. А как? Контракт может быть и бессрочный. Единоличный каждый или целый коллектив? Я думаю, что, опять же, по контрактам это может быть только либо воля случая, либо когда работник такой уж уникальный специалист, что администрация вынуждена его конкретно беречь и идти ему на уступки, либо только сильный профсоюз может это сделать. Но, как правило, вообще контрактная система, она бьет наоборот по работникам. И обычно распространенная схема, это когда работнику продают незаполненный контракт, предлагают подписать. Больше рядом бывает. Поэтому можно заполнить самостоятельно и сказать, вы не заполнили, вот вас решил это сделать. Да. Допустим, вот у нас две сменщицы. Одна, ну, 12 часов проработала, выходной, следующий день 12 часов. То есть сменщицы их уже куча людей работают. Вот она в отпуск ушла, сменщица. Имеет право оставить по 12 часов на время отпуска.
Значит, не совсем. Начнем, какие хитрые штуки видны. Вообще, сверхурочные, как были там 2 часа в неделю, так они и остаются. Другое дело, что число сверхурочных случаев теперь безгранично. Раньше было 5 случаев сверхурочных работ, они все согласовываются с профсоюзом. Там авария, неожиданная, не вот такое, как у вас, а неожиданное отсутствие сменщика и так далее, при непрерывном производстве. Значит, теперь число случаев сверхурочных работ ничем не ограничено, если только администрация уверена в профсоюз, а там и на режим уведомления вводится. Если работник на это согласился, работник может не соглашаться с сверхурочной работой, но при этом ему важно, так сказать, так думать, чтобы его не уволили, чтобы он не был на срочном контракте. Поэтому самая главная сегодня точка – это не допустить переход на срочный контракт, это удавка. И еще. Значит, там вводится так называемое внутреннее совместительство. Что это означает? Что работник как бы не по своей специальности, а по другой, может на предприятии дополнительно работать еще по 16 часов в неделю. То есть, например, есть инженер по охране труда и технике безопасности. Завтра его назвали, завтра эту должность разделили на 2 части. Одну назвали по штатному расписанию инженер по охране труда, другую назвали по штатному расписанию инженер по технике безопасности, после чего человек предложили поработать 58 часов. То есть 40 обычной недели, 16 по двух специальности, 2 сверхурочные. Это вполне законно. Если вам кажется, то как бы могут быть основания для увольнения, если он находится на срочном контракте. Или по сокращению штата, пожалуйста. Тоже можно сократить должность, потом через пару месяцев ее восстановить под уже другим наименованием, как все известные штуки. Поэтому здесь, еще раз говорю, только очень сильный профсоюз может представить администрации. Думать, что в индивидуальном порядке можно что-то сделать, уже не надо. Это большая иллюзия. Пожалуйста, еще вопросы. Задержка по заработной плате сохранится, да? И до отпуска они должны выплатить, по идее. Если нет выплат этой заработной платы, к примеру, мне отпуск дали в январе, то я вот смогу реально тянуть до лета с этим отпуском. Не работать просто. Можно, да. Как вот они на меня наваливаться будут. Я единственное замечу, что при задержке зарплаты, там еще очень много говорили о пене. Пеня на самом деле видна, естественно, она введена только в том случае, если работник в суд обращается. То есть, если работник в суд не обратился, пени не будет. Но это опять же вопрос о профсоюзе. Потому что размер пени установлен в размере ставки Центрального банка России. Ставка Центробанка сейчас 24 годовых или 2% в месяц. То есть при заработной плате в размере, скажем, 2000 рублей, при месячной задержке заработной платы пеня составляет 40 рублей. Я очень сомневаюсь, что кто-то из работников стал бы судиться из-за 40 рублей. Этот суд имеет смысл только в точке зрения профсоюза, когда профсоюз подает иск сразу в интересах большого контингента своих членов. Там как бы и претендент создается политический, и денег побольше, там не 40 рублей на человека, а 40 рублей на качество профсоюза, эта сумма больше получается. Поэтому по пене картина выглядит таким образом, что пока еще никто в стране в суд на взыскание пени не подал. Так, еще. Да. Работник не отгулял в этом году отпуск, значит, в другом году отпуск. И когда он обращается, чтобы ему дали сразу 2 отпуска, ему, значит, не дают. Один отпуск дают и дают только, и говорят, что компенсации не положено. Ну, естественно, каждый руководитель по-своему трактует все это. Как сейчас закон дает возможность работнику получить 2 отпуска или компенсацию получили? Да. Понятно. Да, смотрите, сейчас сказать тоже не очень хорошо помню. Олег Борисович, надо посмотреть впервые, когда там текст кодекса туда отпуска. В случае, если работник один отпуск не отправлял, он может в следующем году взять отпуск сразу. Помню? По-моему, нет. Да. А нельзя, по-моему, замещать 2 отпуска. Обязаны, значит, там система какая? Либо вы должны отгулять, либо в следующем году вам просто за неотгуленный отпуск выплатят деньги. А, соответственно, очередной отпуск вы будете гулять. То есть совмещение 2 отпусков подряд вам запрещено. Может быть, соглашение с Францией, если только... 11 месяцев,
11 было раньше при начислении твоего отпуска или 7 месяцев? Вот как тут эту ситуацию? Это имеется первый отпуск? Да, первый отпуск. Ну да, через 7 месяцев можно выйти. Начисление идет последним там 3 месяцам, по-моему. Пожалуйста. Такой идеальный момент, как ненормированный рабочий день. Сейчас снова прописано правильно. Я еще раз повторюсь, это первая статья. И там написано просто следующее, что работодатель не может любого работника направить совершенно ненормированного рабочего дня. Просто приказ работодателя. Это норма не прописана. Фактически это сверху... Направляет, это как? Приказ. Восьмичасовой рабочий день. Приказ. Значит, фактически это те же самые сверхурочные работы. Только не оплачиваем, в отличие от сверхурочных, дополнительно. Вот поэтому вопрос по ненормированному рабочему дню должен вообще по-хорошему как решаться? В рамках коллективного договора необходимо, чтобы было указано, что в режиме ненормированного рабочего дня могут быть введены следующие работы. Не перечислить так, скажем, бухгалтер, да, там, юрист, например, тоже должен ненормированный рабочий режим. Контраварийная служба не исключена. То есть ограниченный контингент. Но это надо прописать в коллективном договоре. То есть на случай любой работник может быть отправлен в режим ненормированного рабочего дня, при этом не получая как бы дополнительно ни копейки. Ну, это по новому кодексу. Да, 101 статья. 101 статья, понятно. Еще вопросы, пожалуйста. У меня вопрос, Олег Васильевич. Поясните, пожалуйста, меня интересует вопрос вот о сроках действия коллективных договоров. Да? К примеру, я сегодня не видел. У нас заключен, да? Действует коллективный договор. Вот он сейчас срок заканчивается. Например, администрация выходит с предложением заключить новый коллективный договор. Согласно нового ТК, прошло 3 месяца, у нас не сумели мы заключить коллективный договор. Вот дальше. Что? Действует тот? Нет. Или уже вот тот прекратил. Тот коллективный договор прекратил свое существование. Поэтому мы, кстати, рекомендовали при заключении договоров не вводить норму о том, что в случае, если стороны там согласия не найдут, то ставят продолжать действовать. А просто писали автоматически, что данный коллективный договор действует там, допустим, год, после чего как бы автоматически продлевается на будущее неопределенное. Бессрочный договор. Поэтому я думаю, что здесь единственная какая может быть норма. Вы вправе начать коллективный переговор, администрация обязана вступить с вами в коллективный переговор. Через 3 месяца администрация обязана подписать полдоговор. Каким он будет? Вопрос о соотношении сил. Если вы реально можете ее как бы чем-то ставить на колени, там либо угрозы забастовки, реальные забастовки, либо там какие-то, как бы, покровские повестки инициированы, когда они деньги воруют, тогда да, полдоговор будет нормальным. Если у вас режима давления нет, то коллективный договор будет из одной строчки. Что в настоящем стороны обязуются не нарушать действующие в России законодательства. Вот и все. То есть опять же отношения сил. Понятно. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Олег Васильевич, значит, вот правительство сообщает нам, что в следующем году так много надо выплачивать долгов иностранных. Значит, предприниматели сообщают директора, что заказов нет. И работники уже сами говорят, что на чем будем требовать зарплату, потому что и должны, так сказать, надо будет отдавать очень много, и заказов нет. Вот на ваш взгляд, в таких условиях все-таки должны выставлять работники требования повышения зарплаты или поддержания уровня путем индексации и так далее? Или надо ждать, пока расплатимся по внешним долгам, пока появятся заказы? Вот как вы рекомендуете действовать работникам? Спасибо. Я думаю, что возможности все есть для повышения заработной платы в стране, и на этот счет можно провести достаточно известные хорошо цифры. Первое, то, что четвертая часть нашего федерального бюджета – это так называемые долги России и Запада. Это более 15 миллиардов долларов ежегодно у нас уходит туда. На следующий год порядка 19 миллиардов долларов. Я думаю, достаточно сравнить с бюджетом, там, скажем, Нижнего Новгорода, да, и понять, что сумма многократно выше. И второе, если у нас производительность труда составляет 5% от производительности труда США, 20% от производительности труда США, то зарплата у нас 5%.
То есть даже при существующем распаде в экономике, при существующей низкой производительности труда, все равно можно жить гораздо лучше. Естественно, это требует экономии на другом полюсе, чтобы там кто-то яхту не смог купить. Или не сесть, допустим, на Багамские острова. Но это как бы их проблем, не наш. Если проникаться такой мыслью, что в стране очень тяжело, надо затянуть пояса, затягивать пояса будут те, у кого и так и затягивать уже некуда. А как бы наш правящий класс не торопится этого делать совсем. Поэтому я думаю, что здесь на самом деле надо где-то учесть еще политический момент. И вот последнее безобразие, связанное с так называемым повышением зарплаты, после чего она упала у бюджетников, я считаю, что их надо очень, так сказать, мощно отражать и показывать всю правительственную политику. То есть мы возвращаемся к началу 90-х годов, в том плане, что прошла новая полоса либеральных реформ, что проблемы, которые образуются в регионах, они вызваны политикой федерального центра, в первую очередь президента и правительства, и в этих условиях надо просто резко усилить наш политический фактор. Еще вопросы, пожалуйста. Вопросы? Это там, где есть работа, а где вот работа ограничена. И, естественно, администрация заставляет работать, ну, на других работах. И при этом вводит, ну, не среднюю заработную плату при согласии работника идти там где-то поработать в другом месте, когда нет по основной работе, а вот свои расценки. Там, которые занижены явно до середины политики, да, теряет, конечно, и вот он там, ну, к примеру, снег может бросать целый день лопатой, потому что нет там чего-то с крыши сгружать или еще то. Ну, что вот сейчас по новому законодательству? То, что надо было поставлено. То есть, если вас переводят на более низкооплачиваемую работу, то есть, оно должно получать зарплату по своему, как бы, тарифу, по разряду своему. На протяжении... Значит, по тарифу или по среднице? Значит, по тарифу, насколько я помню. По среднице? По среднице. По среднице. Здесь не меняют тарифы. Вам переводят и платят меньше. Тише! Вообще, вот я еще скажу. По-хорошему должен заниматься профсоюз. Не работник должен обращаться в инспекцию, туда, в прокуратуру или, допустим, в суд, а должен быть профсоюзный комитет. В этом смысле профсоюз не делает, и у нас просто комитет бывает, согласовывают вот такие приказы. Все. Тут уже другая ситуация. Значит, из этого профсоюзного комитета надо выходить и переставать кормить их взносы. То есть почему надо кормить деньгами большую армию дармоедов, которые принимают решение против работника, совершенно непонятно. Почему от имени работников это делать? Надо создавать свой собственный профсоюз. То есть сегодня единственное, что может быть эффективным инструментом вот в этих отношениях с администрацией, в борьбе за нормальную зарплату, за нормальные условия труда, это бесспорно только сильная профессиональная организация, ничего больше. Пожалуйста, можно? Вводить места, может, можете сказать, как увольнение, как рассчитываются они сейчас, ну, то же самое схема. То же самое сказал. А, например, слишком частый выход на больничные, это как-то может повлиять на, например, больную? Нет. Значит, раньше была норма, по которой в случае, если человек болел более 4 месяцев подряд, его можно выводить. Теперь она исключена. Но, как бы, реформаторский энтузиазм нашего правительства, он сохраняется. И я могу сказать, что сейчас обсуждается так, в кулуарах такая идея. Почему, собственно, работник, который не болеет, должен оплачивать больничный за тех, кто болеет? То есть фактически предлагается перейти к дискуссии, да, о том, чтобы ликвидировать солидарную систему по больничному. Ибо есть как бы индивидуальные счета. Но для этого непонятно, зачем вообще тогда оплачивать больничный, когда человек может накопить деньги и дать свои зарплаты, так сказать. Откладывать черт на черный день. Поэтому это пока еще, так сказать, обсуждается в кулуарах, но такое обсуждение пошло буквально в последние где-то недели. Вот что же у нас за правительство тогда? От
военных организациях вообще не разрешают, допустим, прапорщик, у меня вот знакомая женщина, не разрешают на больничный идти, а если пойдешь, штрафуют еще тебя, мало того, что и больничный не выплатит, еще штрафуют, что там, профсоюз номер солдат или что-то, да. Пожалуйста. Во-первых, есть военный профсоюз «ЩИТ», во-вторых, мы сейчас намерены вообще вот уже в рамках российской партии труда, в том числе, в этом направлении работать. Но это требует, опять же, именно организации. Потому что когда человек сам куда-то там ходит и так далее, у него резко начинается индивидуальное давление. Когда в интересах человека обращается профсоюз, например, то начнем с того, что активисты профсоюза прикрыты, по крайней мере, от увольнения от договоров, то есть прикрыты не есть. Во-вторых, это уже делает организация. И такое давление на отдельного работника, оно гораздо сложнее, чем на администрации становится. Это как у нас ФНПР, так у них ЩИТ, или вообще они могут создать какой-то защиту? Ну, есть, да, могут это защиту создать, то есть не могут любой. Нет, я имею в виду ЩИТ, у них вообще это их просто законные военные организации ЩИТ. Как называется? ЩИТ – это, скажем так, тоже новый профсоюз, который возник в начале 90-х годов. Сейчас он немножко, я бы сказал так, приглох. Но у нас есть контакты с руководителем этой организации Московченко, очень хороший контакт. И, в принципе, я думаю, они заинтересованы в развитии своей сети по стране. То есть у нас, в принципе, сейчас такая коалиция шелка формируется. А сельхозработники, у них что, по-моему, вообще там нет никакого профсоюза? Ну, в том числе нет никакого профсоюза. Если его не создают, его, естественно, нет. Кто это за них будет создавать? Никто больше. Он есть, конечно, специально там. Но это самый желтый, один из самых желтых профсоюзов в России. Профсоюз работников промышленного комплекса, один из наиболее лояльных по отношению к детскому корпусу. Да, полностью разговаривайте. Им можно даже в защиту войти, да? Тем можно их разговаривать. Так, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста. Вот существует новый тарифный квалификационный справочник? Или же пользуется... Я так говорю, оставить прежними, но, возможно, они будут через некоторое время скорректированы. А закон о профсоюзах у вас не обсуждается? Пока нет права. Но я думаю, они сейчас потеряли интерес. Для них, понимаете, у них кодекс это был как знак. То есть им необходимо было про бизнес выполнить поручение президента к концу года принять новый трудовой кодекс. Им это поручение выполнили. В резком условии, да. Успешно. Вот. А закон о профсоюзах не такая уж как бы высокая цель, высокая задача. И пока бы даже еще не видят. Ну, а вот тогда последний вопросик. А что главнее? Вот или профсоюза, закон о профсоюзах, закон о коллективных спорах или трудовой кодекс? Вот если какие тут... Нет, не может быть закона там главнее или не главнее. Только конституция может быть главнее, чем закон. Закон между собой равны. Ну а чем руководство? Значит, я тоже не руководствуюсь. Если есть одна и та же норма, которая интерпретируется по-разному, именно по-разному, то действует бесспорно трудовой кодекс. И любой суд примет именно такое решение. То есть если в законе профсоюзов есть согласование, а в кодексе их нет, в кодексе счет мнения, то естественно вводится процедура счета мнения, не согласование. Это первое. Второе. Вместе с тем, если, допустим, в кодексе нет согласования с профсоюзами договоров в отношении профактива, а в законе о профсоюзах это прописано, то здесь нет противоречия. Закон о профсоюзах лишь дополняет твой кодекс. Точно так же и по хладоговорам, кстати говоря. То есть на самом деле коллективный договор вправе теперь заключить лишь профсоюз, в котором численность более 50% персонала. И может быть только один хладоговор на предприятии. Но в законе о хладоговорах есть норма о приложении к коллективному договору. Она не противоречит кодексу, потому что в кодексе она не прописана, там не указано, что не может быть приложение к колдогору, который заключает там, скажем, профсоюз рабочих или там, какой-то другой малый профсоюз. Поэтому приложения могут быть вполне. Еще вопрос. Значит, вот в этом кодексе сказано, что минимальная оплата должна быть не ниже различного. В кодексе сказано, что минимальная оплата не ниже полученного минимума в соответствии с отдельным федеральным законом, который, естественно, не принят. И как дал чиновник раньше 12 года? Да, не раньше 12 года. Не была вторая, там, вроде, хорошая вещь, потому что владельцам там платы, то есть, знаете, есть, там, вот, можно прекратить. Да.
А прошу письмо в министерство. Просто письмо в министерство, потому что настоящего дня прекращаю работу. Желательно коллективное письмо, чтобы, ну, как бы сразу группа работала. А что с вами будет получать? Простой будет получать? Да, простой. То есть простой, то есть оплачиваться времени не будет, но и взысканий так каких-то за так работу тоже не будет. Прожиточный минимум. Кто утверждает, что сами правительство питается по этому прожиточному минимуму? Прожиточный минимум. Мы должны, да. Значит, методика прожиточного минимума утверждается парламентом. Значит, я думаю, что они к 2012 году прожиточный минимум изменят. Изменит методику, потому что если человек живет на 500 рублей, значит, прожиточный минимум и есть 500 рублей, а чуть не 2000. И как бы то, что написано в кодексе, будет выполнено. Так, еще вопросы? Хватит. Можно краткое объявление дополнить? Пожалуйста. Спасибо, Олег Васильевич. Я буквально 30 секунд. Да, да, да. Представьтесь, пожалуйста. Павлович Олег Борисович, кто не знает, секретарь в день рабочего процесса защиты труда. Дополняя тому, что сказал Олег Васильевич, я бы хотел пригласить всех присутствующих, если у них есть возможность, приехать 6 апреля в город Москву, где защита труда будет проводить семинар по трудовому кодексу, ну, прежде всего, конечно, для своих активистов, но в том числе, если представители других профсоюзных рабочих организаций хотят... ну, как бы, глубже вникнуть в проблемы нового трудового законодательства, то милости просим, 6 числа город Москве будем проводить один день, очень плотно, практически по всем основным интересующим темам, не так, как Олег Васильевич вот сегодня попытался все охватить, но в там полчаса на выступление и полчаса на ответ на вопрос, конечно, это мало, да? Вот, так что милости просим, кого это интересует, звоните к нам в Москву, где-нибудь в 20-х числах апреля, телефон 292-8906, это к нам в Государственную Думу, значит, спросить меня, Павловича Олега Борисовича, значит, и, соответственно, мы скажем конкретно, куда приезжать, место проведения и так далее, а, собственно говоря, число проведения 6 апреля, начало в 10:00, а по месту проведения мы сейчас там определяем, так что милости просим. Значит, телефон еще раз 292-8906. Ну, соответственно, так как это рабочий телефон, то с понедельника по пятницу с 10 до 6 вечера. Товарищи, вопросы закончены. Доклад очень содержательный. Значит, перейдем. Можно, я считаю, перейти к премии. Значит, мы не оговорили. У меня этот регламент по выступлениям, по докладам. Ну, доклады мы решили так, сколько докладчик просит, столько и дать. А вот выступающим надо посоветоваться, как вы считаете, 7 минут? Если по делу, Я понял, что мы, конечно, часто делаем. Значит, разговор должен быть только по теме. Петров Сергей Петрович, оператор станков ЧПУ, пролетарский завод, город Ленинград. Я специально попросил пораньше слово для того, чтобы еще раз для себя понять, и, наверное, мы здесь должны объяснить, что из доклада Шейна ясно было, ну, не с самого начала, что этот проект является антипрофсоюзным, антирабочим, антинародным. Давайте мы все-таки эту тему не будем сбрасывать со счетов, поскольку я очень в свой адрес много слышал замечаний, что мы много критикуем этот кодекс, но не хотим бороться, не хотим заниматься борьбой за свои права. Нет, давайте тогда поставим точки над «и» все. Что профсоюз это не... То есть, прошу прощения, кодекс это не наш, он против рабочих. И мы будем действовать дальше для принятия нового прогрессивного кодекса. Это наша задача. Я, конечно, не попытаюсь сейчас доказать, но несколько только статей возьму, которые здесь в этом кодексе прописаны.
Мне, например, не нравится, что в этом трудовом кодексе, и я считаю, что он, естественно, антирабочий поскольку, помимо того, что все это прописано настоящим кодексом предусмотрено, здесь будут иные федеральные законы, и кончается указом президента, постановлением правительства, и дошли до органов местного самоуправления, которые могут принимать трудовые локальные нормативы, и вплоть до директора предприятия. Это совершенно непонятно. Потом мы говорим, что можно менять в двух условиях. Тут задал вопрос, кто старше, трудовой кодекс или закон о профсоюзах? А здесь четко прописано, что мы можем менять и так, и так. Значит, сегодня, согласно этому трудовому кодексу, мы можем изменить закон о профсоюзах. Депутаты могут изменить. И даже прописано обратный вариант. Если вновь принятый федеральный закон противоречит настоящему кодексу, то этот федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в Государственную Думу в этот кодекс. Здесь прописаны все варианты. Кто хочет, пожалуйста, какая сторона? Та сторона, которая за закон о профсоюзах или о коллективных договорах, та сторона, которая находится на защите этого правового кодекса. Теперь дальше. Меня совершенно не устраивает и то, что отсюда исчезла сфера социального страхования. Это сам сделать 3-го года, она, значит, была нами утеряна профсоюзами, я имею в виду ФНПРовскими в том числе, поскольку до 1 февраля 2002 года мы могли еще бороться за то, чтобы обратно его себе забрать, поскольку там было написано в старом бюджете, что профсоюзы управляют социальным страхованием. А я не говорю о том, что несколько дней назад вообще этот фонд социального страхования, вот я лично до сих пор не могу признать, как официальное лицо 93-го года вообще урезали, значит, за оплату больничных листов до максимума 11,7 тысяч рублей. У нас докеры немножко получают даже больше. Вот это для них тоже это проблема, понимаете? Мы очень обрадовались в том, что в этом кодексе появляется такая статья об обязательности выполнения решений КТР. Наш профсоюзный комитет британского завода тоже не проиграл ни одного спора через комиссию КТР. Но оказывается, как она сегодня формируется? Она формируется только на половину с администрацией, на половину с рабочими. Поэтому тут особых обольщений тоже не может быть. Вот мы сейчас затронули статью совершенно пресловутую, страшную, о ненормированном рабочем дне. 101-я статья, правильно. Чуть ли не 101-й километр. Значит, да, на самом деле, ненормированный рабочий день, особый режим, соответственно, с которым отдельно работать не могут по распоряжению администрации, а работать день и ночь. Причем, если это записано в коллективном договоре. Теперь я бы хотел вернуться к вопросу, с которым мы выступали против, об обязательности заключения договора. Многим было непонятно, почему мы выступаем против обязательности заключения договора. Потому что раньше была это не обязанность, а инициатива профсоюзов, они уходили, боролись с администрацией и так далее. Теперь любой руководитель напишет, будет предлагать ненормированный рабочий день со страшной силой и будет добиваться его принятия коллективного договора. Значит, есть у меня еще пару статей, которые совершенно вот мы обсуждали в Совете рабочих и в Ленинграде, что касается простоя. Значит, с 1 февраля будет такое правило, уже объяснял я. То есть, если вы написали заявление работодателя о том, что у вас простой, то вам будут оплачиваться 2/3 среднего на работу. А если вы не объявили, там нет вины, и ваши вины, и работодателя вообще только 2/3 тарифных ставок. Значит, мы провели такой эксперимент. У себя на заводе. С 1 февраля, станочники, несколько станочников написали заявление о том, что
Предупреждаем вас, администрация, о том, что первая у нас будет простой. И, кстати, скажу, указали, Олег Васильевич, по вине отдела главного механика. Тут я никаких споров тогда уже не вижу, работодатель виноват или нет. Если будет указана вина, и рабочий, и работник не побоится указать эту вину, то, значит, здесь будет все в порядке. И оплата была произведена в размере, как там написано, 68% оклада за них. Ну и последнее, значит, что касается невыплаты заработных плат. Конечно, правильно подчеркнул депутат Шейн о том, что это практически узаконенная задержка зарплат. Было объявлено у нас на заводе в первый же день, с 1 февраля, о том, что директор объявил на большой паёк, что он зарплату может не платить с 1 февраля, может всех сокращать, ничего не согласовывать, и все такое прочее. Но вроде бы прозвучало это как немножко со смехом, но на самом деле они же тоже уже начали читать кодекс. Помимо того, что этот кодекс читает рабочий, мы начали читать и администрация. Спасибо. Лермонтов Александрович, Нижегородский региональный союз соцпром. Ну что ж, не пугайтесь, я всю папку читать не буду. Нет, прочитайте. Значит, товарищи, в первую очередь я хочу сказать, что я хочу и хотел бы еще раз акцентировать внимание на том вопросе, который неоднократно поднимал в своем выступлении Олег Васильевич. Это о роли профсоюзов, формных профсоюзов в современных условиях. Да, товарищ Петров сейчас еще очень правильно акцентировал внимание на том, что, безусловно, этот новый кодекс, это, безусловно, антирабочий кодекс. Да, им можно пользоваться. Можно. Но для того, чтобы им пользоваться, необходим серьезный, сильный подданный профсоюз. Но вот этот новый кодекс, и вот о чем Михаил Васильевич Попов нам несколько дней назад подробно рассказывал, они создали несколько новую ситуацию и дали еще один очень серьезный аргумент за то, что сейчас работники, ну им будет еще хуже без серьезного подданного профсоюза. Это вот тот самый заявительный характер благ, который господин Греф продвигает. Вряд ли кто, кроме самой организации работников, будет осуществлять так называемый мониторинг правовой обстановки, то есть постоянное слежение, отслеживание за тем, как изменяются вот эти вот нормативные акты, какие права работников и как установлены действующим законодательством, а законодательство все время усложняется, запутывается. Если раньше, извините меня, кадристка вывешивала объявление тем, кто не сдал справки на детские пособия, срочно 15 числа сдать. Сейчас не будут вешать, да, Михаил Васильевич, насколько я понимаю, да? Более того, видимо, негласно указание дали. Не вывешивать, не объявлять, потому что я ничего не знаю. Заявление на характер, нет заявления. Да. Поэтому, работники кровно заинтересованы, оказывается, в том, чтобы специальные люди, профсоюзные активники, профсоюзные функционеры отслеживали все это и своевременно доводили до сведения работников по своим каналам. Но этого мало. Работники еще должны писать заявление. Я сильно сомневаюсь, что, допустим, хотя бы 7 из 10 работников знают, как написать заявление по каждому конкретному случаю, так как это нужно. Значит, опять-таки, нужны будут организации, соответствующие функционеры, активисты, которые будут предоставлять вот этот, что ли, сервис работникам. Образцы, бланки, помогать заполнять и так далее.
И получается, что если этого нет, то работник будет терять еще больше, чем он теряет сейчас. Соответственно, появился дополнительный стимул для работников иметь нормальный, подлинный, серьезный профсоюз. И я думаю, это уже, в общем, наше внутрипрофсоюзное, что ли, дело. Но, наверное, есть смысл ставить вопрос и об увеличении процента профсоюзных взносов членских. Если работники сейчас теряют больше, значит, они будут больше экономить при наличии профсоюза. Соответственно, есть определенный стимул. Дальше. Еще раз хочу сказать. Использование юридических процедур, прописанных в новом трудовом кодексе, на мой взгляд, практически невозможно без серьезного профсоюза. Это еще один очень серьезный стимул к тому, чтобы профсоюз иметь. Почему эти стимулы плохо работают, это отдельный разговор, я не буду его касаться, это отдельная тема. Дальше. В современных условиях с нынешним кодексом, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, возрастает роль, ну, своего рода, поймите меня правильно, неправовых форм борьбы. Не юридических форм борьбы. Знаете, мне все время вспоминается выражение очень хорошее Юрия Владимировича Андропова. На ответ на эту американскую стратегическую оборонную инициативу. Наш ответ будет адекватным, но асимметричным. Мне это очень нравилось, я запомнил на всю жизнь. Понимаете, ответ должен прийти ночью по лестнице, стуча кованными сапогами. Вот это будет нормально. Я недавно был на правозащитном семинаре. Проводили, конечно, довольно такие мерзкие люди из Британии, но тем не менее, оказалось, есть еще один способ борьбы в современных условиях. Оказывается, есть такой документ, называется Европейская социальная хартия. Россия ее подписала, но не хочет ратифицировать. Этой хартией предусматривается так называемое право человека на достойный уровень жизни. Согласно общепринятым международным нормам, достойным уровнем жизни считается, это если человек получает зарплату не ниже 60% от средней по стране. Посчитайте, сколько это должно быть. И плюс к этому еще не ниже реального, научно обоснованного прожиточного минимума. Не то, что там починок выдал, а реального минимума. Значит, здесь можно развернуть достаточно широкую кампанию. У меня время истекло, да, Василий Иванович? Да, да. Говорить. Можно, да? Две минуты ты добавляешь. А мне хватит. Можно эту кампанию вести вне, так сказать, за рамками трудовых отношений, используя избирательные кампании и продвигать эту идею и тыкать носом, мордой, скажем, наше государственное правительство, что они, в общем, им за рубежом не должны руки подавать. Как они себя ведут. То есть, конечно, мы понимаем, что мы бьем в одну точку, результат должен быть в другом месте. Допустим, какой-то предприниматель, бизнесмен идет к депутату у нас областного законодательного собрания. Ему задать вопрос, а вы знаете, что такое достойный уровень жизни? Он таких слов не знает. А вы как платите своим работникам? И так далее, и тому подобное. Результат здесь ожидается такой, что где-нибудь, может быть, какой-то будущий кандидат в депутаты задумается об этом к следующим выборам, они у нас где-то раз в два года, и все-таки начнет своим работникам платить побольше. А где-то, может быть, это вот требование 60% будет вбито в колдоговор. Вот где мы можем получить результат. И последнее, что касается антирабочего проекта Трудового кодекса и ущемления прав профсоюзов. В международных правовых документах записано, что государства, которые считают себя цивилизованными, естественно, не должны допускать так называемого регресса в защищаемых правах. В том числе и право, и праве работников на организацию, на свободу ассоциации, в том числе и профсоюза. То есть то, что в новом трудовом кодексе права профсоюзов уменьшены по сравнению с прошлым ГЗОТом, это является нарушением международного права. И это тоже можно использовать. У меня все, товарищи.
Куликов Алексей Анатольевич, начальник отдела охраны труда, промэнергоз-2, Нижний Новгород. Начнем некоторые моменты, которые здесь в докладе не были отмечены, хотелось бы тоже, так сказать, вынести на наше всеобщее слушание. Это моменты материальной ответственности, которые, так сказать, прописаны, усугубляющие нашу материальную ответственность в нашем новом трудовом кодексе. Вы прекрасно, кто читал или не читал, знаете, что там написано, значит, что работодатель в течение года может потребовать полное возмещение материальной ответственности, причиненной работникам. Раньше, так сказать, этого кодекса не было, материальная ответственность гораздо меньше была. Еще заложена такая норма, что при заключении срочного контракта и по преждевременному его прекращению со стороны работника, работник обязан оплатить стоимость обучения, допустим, если он обучался где-то. То есть это также наступление на права трудящихся, как вы все это понимаете прекрасно. Вот эти моменты мне бы все-таки хотелось, так сказать, нам донести до нашего понятия, что, так сказать, таит в себе вот этот новый кодекс. И некоторые моменты еще, так сказать, возникающие вот конкретно в ходе моей работы. Вот последние где-то неделю или две у меня генеральный директор издал такой приказ. Я был принят на работу в качестве начальника отдела охраны труда. Он издает приказ о проведении штатного расписания там в соответствии с чем-то и называет мою должность, значит, начальник ОТ и ТБ, то есть дающий право, так сказать, использовать меня в режиме ненормированного рабочего дня. Значит, я пока этот момент, так сказать, возмущался, но до суда не довел, но, по всей видимости, буду обращаться в суд. Так, еще какие моменты возникают в процессе моей практики? Значит, тут здесь также задавались вопросы относительно медицинских осмотров, да, как я понял. Значит, 76-я статья этого нового трудового кодекса, которая перенесена из закона об основах охраны труда, там, значит, четко прописано, что работники, не прошедшие медицинский осмотр, к работе не допускаются. И вот сейчас у меня, допустим, возникла такая дилемма. Из медосмотра 60 работников в нашей организации, где-то 120 человек. Медосмотр должны были пройти, значит, 60 человек по спискам, согласованным с санэпидемстанцией. И вот с директором у меня сейчас такие, так сказать, напряженные, каленые отношения. Чем они выражаются? Я сейчас, как начальник отдела охраны труда, должен издать распорядительный документ, допустим, там предписание или неважно какое, о том, что эти 55 человек, которые не прошли медосмотр, к работе не допускаются. Вы сами понимаете, какие у меня будут взаимоотношения с моим работодателем, когда я такой документ, так сказать, издам. То есть начнется явно очень сильный конфликт. А это моя, так сказать, прямая обязанность. И вот сейчас у нас эти моменты, в настоящее время ВОЗ реформы рассматриваются, и плюс те, так сказать, некоторые еще судебные отношения, которые у нас имеются за последнее время, один суд у нас не завершился, и мой генеральный директор выступает в качестве свидетеля, игнорируя, значит, право как таковое, поскольку он является правовым невеждой и, значит, имеет ко мне претензии, что его вызывают свидетелем в суд, так сказать. Кто это такой тут Зуйков нашелся, что меня, значит, вызывают по его делу в суд. И почему, значит, я не могу написать кому-то доверенность, когда его вызывают в качестве свидетеля. Ну вот я, так сказать, некоторые вам ситуации из своей, так сказать, практики обрисовал. Большое спасибо. Да, вопросы есть какие-то? Вот эти медосмотры оплачивает кто? Работодатель оплачивает. А некоторые работодатели требуют работников. А в данном случае здесь уже явно будет. Не оплачивают. А знаете что, по поводу медосмотра, вот я в больнице работаю, да? У нас года два назад было собрание, на 9 марта у нас главный врач собрался. Вот. И он так вот проговорился случайно, что, вот, допустим, рентген аппаратур излучаться стал, вышла из срока эксплуатации, вышла из срока эксплуатации аппаратур. А метр осмотр, мы проходим, и дальше мы проходим. Я взяла заметку, рентгенаппаратура вышла, кажется, из эксплуатации. Вот. И потом, значит, думаю, да что это такое? Вот тоже такой возник конфликт. Я раз ему говорю, а какое вы имеете право, допустим, спрашивать с работницей, допустим, вот медосмотр и прочее. А вот, допустим, мы вас будем судить за то, что вы, допустим, на рентгенаппаратуру направляете работниц.
на такую, как бы, вышел с эксплуатации, вы мне напишите, я ему писала, читала его, чем выставил там заявление. Он мне только вызвал устно, поговорил так со мной. Вот у нас есть комиссия, они поддерживают аппаратуру, почта, ну, мало ли там какие работники поддерживают, что они там подлатают в этом облучающем аппарате. Так эти работники под угрозой. И вот вы проверьте, Фюрта, аппаратуру. Надо проходить периодическую аттестацию. Ну, так я сказал, он говорит, что проходит, я сказал, что в эксплуатации вышел. Я не знаю, что тут. Ну, если вопрос, то я могу ответить так, что данные все вопросы, все-таки надо подключать свой профсоюз и те органы, которые контролируют вот именно данный момент. Потому что вопрос, ну, все-таки, я бы сказал, не совсем ко мне. Есть чего? Ваше время истекло. Все, спасибо. Слово для справки имеет Михаил Васильевич Попов, консультант Российского комитета рабочих. Дмитрий Николаевич, я взял слово для справки. В связи с тем, что я думаю предложить уважаемым товарищам определенный способ обсуждения того вопроса, который здесь в своем докладе поставил Олег Васильевич. Мне кажется, что никто нас не упрекнет, здесь присутствующих, в том, что мы недостаточно критиковали правительственный, а потом согласительный вариант Трудового кодекса. И я думаю, никто нас не упрекнет в том, что мы недостаточно раскрыли пагубность, вредность, антинародность этого кодекса и его сущности. И именно поэтому я думаю, что вот ситуация сейчас принципиально изменилась. То есть мы это все имеем в своей голове. И я думаю, что сегодня, на сегодняшний день, акцентировать внимание на этом, по крайней мере здесь, на заседании Российского комитета рабочих, вообще не нужно. Я бы даже так резко сказал. Потому что Российский комитет рабочих должен быть всегда впереди. Впереди. Некоторые только еще будут понимать то, что мы говорили уже в течение нескольких лет, в какие плохие условия поставили. А мы должны сейчас снова выйти вперед и объяснить людям, как из этих условий с использованием организации профсоюза выйти. И как у всякого явления есть положительная и отрицательная сторона, а положительная сторона нынешних нехороших условий состоит в том, что если раньше мы объясняли человеку, что он в судах в одиночку ничего не добьется, то сегодня мы должны сказать, что тем более в нынешних условиях главный упор должен быть сделан на коллективные действия и на организацию работников. А если люди хотят коллективно действовать и организовывать, они должны знать все правовые нормы очень хорошо. У них свободно разбираться. Но я думаю, вот Олег Васильевич нам продемонстрировал, что он свободно совершенно разбирается во всех этих вопросах. Именно, во-первых, потому, что он был на острие и предлагал соответствующие изменения и вносил. А во-вторых, потому что он еще и сопредседатель профсоюза, а не просто депутат Государственной Думы, который вот сидит и выдумывает закон. Значит, потому что кто-то их принял. Вот я думаю, что это положение, это позиция руководителя профсоюзной организации, активного члена профсоюзной организации, который должен сейчас людям, попавшим в тяжелое положение, объяснить, а что же теперь нам делать? Вот это та позиция, с которой мы должны сегодня, я думаю, обсуждать и тот доклад, который у нас есть, и следующие вопросы. Потому что мы жить будем в тех условиях, которые сложились. А рассуждать, как в свое время рассуждал Гайдар, то, значит, народ не тот попался, то страна у нас вечно не такая, значит, то раньше говорили, что в Дельфе, будем либеральная демократия говорить и так далее. Ну, я думаю, что это вот будет какое-то неуважение к самим себе. Потому что как раз тогда нужны люди сознательные, там, энергичные и хорошо мыслящие, действующие, тогда, когда людям тяжело, когда всем легко и так, и без нас, и без заседания Российского комитета рабочих, и без обсуждений, и без таких докладов, и без выступлений, люди как-нибудь сами разберутся. Давайте поможем им тогда, когда им трудно. Я хотел с таким призывом выступить, поэтому прошу считать мое выступление не как выступление, а как справку и обращение к дальнейшему выступающему. Если не о чем говорить больше, значит, надо выступать. Это я более резко. Кудрявцев Владимир Михайлович, регулировщик завода «Электромаш» Нижний Новгород. Михаил Васильевич меня немножко обогнал. Вот профессора нет. Как? Научились лучше говорить, чем рабочие. Да, нормально.
Значит, я тоже хотел бы поставить вопрос именно в такую плоскость. Значит, доклад очень содержательный. Вот именно с этой точки зрения, что сегодня делать? Да? Значит, сегодня вообще ситуация с Трудовым кодексом, вот у нас на заводе, я конкретно могу сказать, про свой завод. Значит, этот Трудовой кодекс для администрации в определенной мере это тоже шоковая терапия, как вот народ вот в свое время, значит, ушибли гайдаровское это самое, всеми делами. Так вот это Трудовым кодексом сейчас ушибли администрацию. Вот у нас на заводе, во всяком случае, ситуация именно такая. Вот. Причем сегодня в Трудовом кодексе, я думаю, что вот лучше Олега Васильевича вообще никто не ориентируется. Никто. Вот в стране, в принципе, нет человека, который бы мог вот так вот внятно прокомментировать, значит, положение этого Трудового кодекса. Вот в связи с этим, значит, у меня такое мнение, что особо вот сам по себе Трудовой кодекс нам сейчас обсуждать смысла нет. Значит, нам сейчас надо, наверное, обсудить все-таки пути использования возможностей, которые этот Трудовой кодекс дает. И сказать об этом людям. Ну, первое, наверное, что надо людям сказать? Надо учиться. Это основа основ. Для того, чтобы, так сказать, в любом деле что-то значить, что-то уметь, надо учиться. Это вы все прекрасно знаете. Здесь, слава Богу, сидят весьма квалифицированные люди, которые прекрасно знают об этом. Так, это первое. И вторая позиция, которая впрямую вытекает, значит, и из доклада, и из выступлений, это о том, что сегодня возможностей для индивидуальной защиты своих прав, значит, Трудовой кодекс, вновь принятый, ну, фактически не оставляет никаких. Единственная возможность, которую еще оставляет Трудовой кодекс, это коллективные организованные действия. А коллективные организованные действия возможны только, значит, в составе организации, и на сегодня реально такой организации может быть только профсоюз. Вот, я считаю, главный вывод из того, что мы сегодня, так сказать, услышали, из того, что мы сегодня обсуждали. Вот в связи с этим, так, члены редакционной комиссии, я бы хотел предложить проект резолюции, так, для того, чтобы вот в этом ключе нам вести обсуждение. Пожалуйста. Так, читаю сразу текст. Значит, заслушиваем судив доклад депутата Государственной Думы, сопредседателя профсоюза защиты труда Шейна Олега Васильевича, Российский комитет рабочих считает, что вновь принятый Трудовой кодекс оставляет возможность коллективной и уничтожает возможности индивидуальной защиты работников от произвола работодателей на предприятиях. Реально могут отстаивать свои права только работники, объединенные в профессиональные союзы. Российский комитет рабочих рекомендует в современных условиях создавать профсоюзы, действующие в интересах своих членов. Создать их можно только через активную позицию и решающую роль рабочих, через активную позицию и решающую роль рабочих. Все. Вот это, так сказать, канва. Остальные редакционные комиссии, я думаю, еще доработают, но я просто какие-то будут предложения. Хорошо. Я предлагаю вести обсуждение в таком ключе. Пожалуйста, Алтернатива. Так, слово предоставляется
А, вы прочитать хотите? Да. Пожалуйста. Я думаю, что если мы свою мысль направим в отношении того, что мы примем по этому вопросу, будет неплохо. И я благодарен Владимиру Михайловичу, что он в таком ключе решил вопрос поставить. Давайте думать, что же мы все-таки решим. Значит, я вот такое предложение вношу на рассмотрение. Установление Российского комитета рабочих о действиях профсоюзных организаций в условиях нового трудового законодательства. Российский комитет рабочих констатирует, что благодаря многолетней систематической борьбе рабочих организаций России представителям работодателей в Государственной Думе не удалось протащить такой трудовой кодекс, который исключал бы законные возможности для коллективных действий работников и их представителей. Эти возможности имеются, что убедительно было показано в докладе на заседании РКР депутата Государственной Думы, что председателя Объединения рабочих профсоюзов защиты труда О.В. Шейна. Основные положения этого доклада опубликованы в газете «За рабочее дело номер 2» за 2002 год, спецвыпуск «Трудовое право». И Российский комитет рабочих рекомендует данную публикацию «Новый трудовой кодекс и права профсоюзов», а также подготовленную О.В. Шейна по этой проблеме брошюру к изучению и широкому использованию профсоюзными организациями для защиты прав и интересов работников. Я этот проект нашел не против проекта, который зачитал Владимир Михайлович, потому что Владимир Михайлович сказал, что нам надо учиться. Я думаю, совершенно правильная мысль, что в первую очередь нам надо учиться сейчас, потому что надо сразу разбежаться действовать. Там, где ясно, надо действовать, а там, где еще не ясно, надо подготовиться, поизучать и разобраться. Но, во-вторых, мы должны не сводить просто к общему призыву, что надо вот, чтобы профсоюзы действовали, потому что мы раньше говорили, что надо профсоюзы создавать, тут ничего в этом пути нового не появилось. А вот есть у нас конкретные публикации, а по-прежнему люди, так сказать, вот думают, как им, где, что подчеркнуть. Есть где подчеркнуть. И я могу сказать другое, а больше и нет здесь. Потому что все комментарии, которые издаются еще, это комментарии прямо противоположного характера. И пока никаких других комментариев не издано. А поскольку ничего другого нет, мы должны прямо и сказать, по каким. Я хочу сказать, что лучше и не будет. И не потому, что, значит, здесь речь идет о конкретных фигурах, потому что так исторически сложилось, что вот эту ношу по выдвижению проекта трудового кодекса, который мы поручали товарищу Шейну вносить, он эту ношу нес и продолжает ее нести. И поскольку это на нем лежит, поэтому самый лучший комментарий от него и пойдет. И если кто-то думает, что, скажем, какой-нибудь профессор выдумает что-нибудь лучше, я очень сомневаюсь. Даже очень самый хороший и очень любящий рабочий. Потому что это, в общем, вопрос очень конкретный и практический. И связанный с деятельностью, дай Бог. Вот почему, я думаю, это надо нам совершенно однозначно сказать. Потому что у нас еще люди обладают таким свойством, когда говорят, что надо учиться, они начинают, куда-то бегут и берут такие книги, которые лучше бы их вообще не было. Потому что в библиотеке столько много книг, что если, когда все эти книги прочтешь, то в голове будет библиотека. Только всего, а умнеть не факт, что человек умнее. Поэтому выдать, хорошую книгу найти, а у рабочих времени мало. И вообще времени у нас сейчас мало, потому что одни подрабатывают, другие подрабатывают. Поэтому даже четко и ясно это сказать. Я бы предложил поэтому, значит, сдать оба проекта в редакционную комиссию, товарищу Кудрявцеву, и в редакционный комиссии создать на базе этих двух проектов, поскольку они не противоположны, единый проект, и затем снова его предложить для принятия за основу. Поэтому я, скажем, пока за основу не предлагаю, я думаю, что надо еще немножко их подработать. Просьба коллегу, не коллегу Васильевичу, а просьба редакционной комиссии пристегнуть, что ли, значит, уважаемого нашего докладчика. Вот. А куда, где? А куда? Слово представляется Шишкареву Василию Ивановичу, наладчик ЗИЛа, Москва. Ну, пока свежие оба текста, я сразу скажу, мне более симпатичен второй вариант резолюции, и не потому, что ее консультант озвучил, да, более грамотно, но я с Кудрявцем уже говорил, у него там говорится, что БЗОТ
лишает индивидуальных прав на защиту работников. Насколько я понял, ЗОД, и когда он планировался и уже принят, наоборот, он старается, правительство старается разбить трудовой коллектив, предоставляя людям возможности или какие-то иллюзии об индивидуальной защите своих прав. И коллективный так убирается. Это мы должны понять. И в вашем проекте не говорится все-таки о той работе, которую уже несколько лет делает Российский комитет рабочих. А это все-таки благодаря заседаниям Российского комитета рабочих и активной деятельности участников этих заседаний, в основном на своих рабочих местах и на производствах, мы не дали протянуть еще более плохой взор. Ну и о конкретных уже действиях по защите прав рабочих, используя новое законодательство, я должен сказать две конкретные деятельности, которые проводят наши профсоюзы небольшие на ЗИЛе, профсоюз «Защита» и «Соцпро». Зарплата на ЗИЛе задерживается, перед Новым годом была до 3 месяцев задержка заработной платы. Перед выборами в городскую думу, перед Днем Конституции и благодаря все-таки какому-то активному действию наших профсоюзов, администрация погасила, но еще есть около полуторного или даже более месяца задержка. Фактически задержка уже задержка нарушает даже сроки, которые вполне берет суд. То есть за январь мы вторую половину не получили еще сегодня. То есть уже 15 дней прошло и можно останавливаться. Как реагирует на это официальный профсоюз, когда мы подходим? Они говорят, что отсчет идет, так как еще не поступило разъяснений к новому ЗОТу, отсчет идет от той даты, которая записана была в колдоговоре, или когда установит администрация, или когда выйдет пояснительное указание к этому ЗОТу. Поэтому мы вынуждаем сейчас, наши маленькие профсоюзы, вынуждаем официальный или неофициальный большой профсоюз ЗИЛа, ПНПРовский, чтобы он начал вопрос о включении в коллективном договоре даты выплаты аванса и зарплаты. Но как их заставить работать? Индивидуально подходить не получается, потому что да, каждый обещает, но боится дальше шевелиться. Поэтому мы ведем во всех корпусах сбор подписей под простыми требованиями. Установить график выплаты заработной платы по подразделениям и в случае задержки выплаты заработной платы установить размер денежной компенсации уже по ЗИЛу. Весь коллектив подписывается. Вот, например, это на ТЭЦ нашей. Эту бумагу мы отдаем под роспись председателю правкома корпуса и вперед заводской правком. Когда наберем большую массу, мы уже будем потом фигурировать, выпустим листовку или бюллетень, что объясняем, что даже по уставу профсоюза, если более 10% там, то должны поднимать это на правкоме. Потому что без нажима они шевелиться не будут. Кроме того, здесь мы подключаем всех работников к активной деятельности. Не просто подпись, а чтобы он понял, за что подписывается. И вторая тоже, может быть, бумажная, но вот о компенсации. Действительно, компенсация мизерная. Там набегает в зависимости от задержки, может быть, от 10 рублей до там, 40 рублей в месяц, в зависимости от зарплаты. Но если это наберется за полгода, то можно потом подавать в суд и довольно легко выиграть
суд, чтобы эту компенсацию выплатить, а за полгода это уже будет 240 там, рублей, а может и быть и больше, если задержки, если администрация по-прежнему будет наглеть и профсоюз явиться не будет. Получили мы уже февральские листки, там этих компенсаций не указано никаких. Администрация делает вид, что этого нет, вот этого пункта о выплате компенсации за задержку зарплаты. Поэтому мы для рабочих выпустили тоже листок, чтобы он индивидуально собирал, в котором назначены, написаны такие пункты. Наименование выдачи зарплаты, допустим, вторая половина за январь. Когда она выдана? 15-16 марта будет писать. Какая сумма там? 1500-2000. Сколько дней задержано? 15 дней. Этот листок он ведет, это его и организует немножко и так далее. Этот листок. Потом мы, наши независимые профсоюзы, эти соберем, проставим банковский процент, сумму, исходя из этого процента, общую сумму, и научим его или поможем им написать исковое заявление, которое передадим в суд. Независимо от того, сколько прошло, суд должен будет принять, это дело заведомо выиграно, и в то же время рабочий будет и ориентироваться все время, какая у него зарплата, задержка и так далее. Вот такую практическую работу, используя новый ГЗОД, профсоюз защиты и профсоюз СОСПРОФ, небольшие профсоюзы мы ведем. Разумеется, если мы удастся нам заставить профсоюз начать работу по проведению коллективного договора, этот ФНПРовский профсоюз, мы будем добиваться введения своих представителей в переговорный процесс. Пожалуйста, к этому, что вы сказали. Просьба, чтобы работник не только писал исковое заявление от себя лично, но и доверенность на профсоюз защищать его права. Разумеется, что, это да. Это вы что, не пускали? Не знаю. Вопрос. Пожалуйста. Василий Иванович, а вы не пробовали вот эту компенсацию взыскивать, так сказать, ну как бы, не то, что взыскивать, а ставить вопрос о том, что работодатель обязан ее начислять и выплачивать в добровольном порядке? Ведь в Трудовом кодексе, вообще-то говоря, там не написано, что только в судебном порядке взыскивается вот эта вот пенсия. И я вот как ни читал, у меня мнение сложилось, что это должно быть сделано работодателем в добровольном порядке. А вот если он это не сделал, то это уже является умышленным нарушением трудового законодательства, совсем другая ответственность. Вот вы не пробовали вот в этом направлении поработать? Ну как добровольно? Мы обращаемся к администрации корпусов, и они на сводках, я не знаю, доводят или нет до администрации уже завода. О том, что за задержку надо начислять. Но в расчетных листках, которые выдают разные, каждый месяц, вот за февраль мы уже получили, там этой суммы нет, хотя задержка есть. Сейчас они, правда, аргументируют, что это будет считаться, ГЗОД вступил с 1 февраля, и задержка февральской зарплаты будет уже, вот такой. Это некоторые профсоюзы. Посмотрим в мартовском листочке, но работа такая ведется. Спасибо. Вперед, без страха и сомнений, пожалуйста. Хочется спросить у Шушкарева, а рабочий у вас активный? Знаете, на Шушкарева, да. Нет, я знаю, что он, ну как, в совете рабочих, но все остальные. Я думаю, это настолько же активны, нет, даже, наверное, меньше активны, чем на Красной Сорме, потому что мы ни разу не гудели. И даже вот когда зарплату не выдавали в декабре, уже 3 месяца было, наиболее активные оказались женщины из инструментального цеха, которые попросили организовать перекрытие дороги около завода. Мы официально не могли это делать, то есть заявить о перекрытии дороги. Мы написали обращение, что требуется выйти с протестом работники инструментального цеха. Так вот, пришли всего 9 женщин.
двое мужчин на это перекрытие. Разумеется, мы не могли перекрыть, потому что только ОМОНа было два автобуса, не говоря уже о других. Но все равно после этого в декабре зарплата была выдана 5 раз. Может быть, они готовились к золоту, но мы имеем все-таки, что активны немного. Но если они не будут работать активные, то и пассивные ничего не получат. Ну, поэтому мы продолжаем работать. Вы ходите по цехам и работаете с ними? Да, разумеется. Вот. Представляете? Так, модельщик завода «Ихтекмаш» Шумаков Анатолий Петрович. А Боров? А? Боров. Иванов. Ну, здесь, как говорится, вот направили мы этими резолюциями в определенные русла свою работу. И я здесь должен сказать, что работа сложная. Нам практически уже не о чем говорить тут. Хочу вот это комментировать немножко цифрами. Если вот в старом кодексе было 265 статей, да, то сейчас 424. И потому голову морочить вот индивидуально настолько сложно, что требуется специалист. Конечно, в этом плане, чтобы нам искать вот тут какие-то увертки, завертки, чтобы справиться. Ну, конкретизировать тем, что если вот среднее от прожиточного минимума в 89-90 годах была заработная плата, это среднее по стране составляло 3,5 раза в заработной плате, то сейчас заработная плата... Средний вот прожиточный минимум в средней заработной плате составляет где-то 1,5 всего. Вот смотрите, как мы заметно падаем здесь вот по этим, по жизненному уровню в стране. И, как говорится, вот до чего доходим. Но поговорить я вот немножко хотел о чем. О том, что вот мы как-то даже не знали, что за задержку заработной платы... Они в 92-м году еще убрали эту статью из всех законов. Все вот работодатели, которые вот директора наши изменили свой статус, вернее им эти органы законодательные изменили статус. И они поэтому не стали уже нашими партнерами вот в трудовом процессе. Ну не стали, вот говорили об этом люди. Сейчас они уже по другую сторону. Они уже сейчас не партнеры, хотя профсоюзы официальные продолжают говорить о социальном партнерстве. И вот такая ситуация, что в 92-м году, там статья какая-то 99-я, за задержку заработной платы ликвидирована. И вот здесь в связи с этим к депутатам-то вопрос отсюда, что вот не примут ли какие законы, что мы вот тут говорим, говорим и не знаем про это, а им будет наплевать. На все на это. Потому что вот в связи с этим мы знаем, что и советский-то кодекс был вроде неплохой, но они на предприятиях что хотели, в общем-то, то и делали. И как вот мы здесь, как вот мы здесь, вот заставим их вот соблюдать даже вот этот кодекс, который мы называем, по большому счету, вот в нашем Российском комитете рабочих, антинародным. Вот что нам здесь придумано? Общественные инспекции по охране труда и соблюдением трудового законодательства. Выйти, вот, может быть, в Думе с какой инициативой законодательной, чтобы разрешить вот каким-то рабочим организациям, городским советам рабочих, иметь вот представителей... На этом, вот на таких предприятиях. Потому что сейчас, ну нет, вот были законы, а плюют на эти законы. Вот как здесь подумать об этом? Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать. А так я, конечно, мог бы вот тут критиковать, что мне вот не понравилось по первому взгляду, но очень уж изучать этот договор практически нет времени. Потому что работаем на буржуазии. Да, это работа. По двум моментам, которые здесь прозвучали, хотелось бы отдельно остановиться. Во-первых, мне кажется, очень верно было подмечено в первой резолюции, проект, вернее, в первом проекте резолюции,
о том, что возможности индивидуальные боевые исчерпаны, а все коллективные. В чем прав Василий Иванович, при том, что действительно власть попыталась разрушить профсоюзы и разрушить возможность там над законом расставать, вести переговоры и так далее. Но в чем произошло коренное изменение? Раньше был закон, твердая норма. А нарушено, отдельный человек пошел в суд, доказал свою правду, восстановился, получил деньги, значит, пошел в прокуратуру, там, инспекцию туда. Теперь, когда закона нет, на месте закона пришел коллективный договор. Отдельный человек ничего по нему не сделал. Все это не нужно. Поэтому картина полностью меняется. И там, где раньше была успешная борьба одиночки, теперь она просто не имеет никаких перспектив. Совсем. Поэтому на самом деле либо люди полностью предприятия раздавлены, либо они объединены в реально действующий сильный рабочий профсоюз. Значит, это первое. Второе. Значит, Михаил Васильевич, мне дополнить надо мысль. А именно, на самом деле, допустим, задерживают зарплату. По-хорошему, только иск в суд может администрацию осадить. И я буду очень благодарен, если Василий Иванович вот, тот график, который он нам здесь демонстрировал, передаст мне либо Олег Борисович, чтобы мы могли его распространить по всей стране, по нашей сети. Спасибо. Значит, отлично. При этом, однако, мы можем что еще сделать? Проект эксперимента. Может быть, сработает, может быть, не сработает. Обратиться в прокуратуру. На самом деле, по кодексу администрация обязана едва ли не автоматически начать ступень. Ее можно написать: прокуратура, уважаемая прокуратура, нарушайте закон, пеня не начисляйте. Там есть два варианта: действия прокуратуры, либо инспекции труда. Либо они пишут нам, этому вашу проблему обращайтесь в суд, понятно, да? Либо они вносят представление администрации, чтобы администрация доначислила пеню в расчетном листочке. И тогда уже, собственно говоря, выдача этих денег становится немножко более как бы, простой, потому что это автоматически вбивается в фонд оплаты труда и должно проплачиваться ну, примерно в те же самые сроки, что и ранее задержанный зарплат. Посмотрим, что получится, по крайней мере, пару экспериментов мы проведем, в зависимости от того, как они будут реагировать, да, их уже будем предлагать. И последнее, о чем хотелось бы сказать, наверное, нам, что сегодня очень нужно. Нам нужна очень сильная информационная база данных. Вот Олег Борисович, наверное, в рамках Российской партии труда в интернет на сайт должны вбивать сейчас коллективные договора, значит, наши все локальные соглашения и так далее, чтобы был обмен опытом. Потому что на самом деле сегодня очень многие вещи, даже после 1 февраля, у нас таким локальным соглашением проходят. Я просто приведу одну иллюстрацию, потому что, мне кажется, сила примера, она всегда убеждает больше. У нас вот в Астрахани в результате торгов тендера листовые компании потеряли право на обслуживание. И выиграла торги четвертая фирма, которой раньше в городе не было. Значит, естественно, раз листовые компании потеряли право на обслуживание, рабочие все там уже работать не могли. И как у нас обычно разворачивалось это дело? Срочные контракты, испытательные сроки, оттуда увольнение по сокращению штатов, сюда прием на работу в условиях низкого тарифа, высокого оклада и так далее. Значит, мы сразу же перед новым собственником поставили одно условие. Мы сказали, значит, товарищи дорогие, у нас система очень солидарна, у нас все электрики, члены профсоюза защиты. Либо все приходят на работу к новому владельцу, либо никто. Вы, конечно, можете в наши условия не пойти, но в таком случае вам придется искать 200 электромехаников на улице, попробуйте. Написали соглашение промежуточное, значит, с трех позиций. Первое. Перевод всего рабочего персонала на бессрочных контрактах. Раз. Второе. При этом повышение заработной платы на 25% для начала. Третье. Заключение коллективного договора на условиях не хуже, чем наши колдоговора, которые были в тех предыдущих фирмах. Администрация подписала, причем это было сделано в условиях истеричной реакции прежних директоров, поскольку именно те прежние директоры, как вы понимаете, теряли рабочие места, рабочие нужны новому владельцу. А зачем ему нужны, так сказать, директора и главбухи? Незачем, он как бы своих. И все условия соглашения, я могу сейчас сказать, выполнены. То есть все рабочие, конечно, в условиях без срочных контрактов, раз, два, зарплата повышена в
тех пределах, которые оговаривались. В третий момент подписан коллективный договор, в котором сохранились холдуговые, все нормы, хотя был подписан в феврале месяце уже, все нормы старого законодательства, то есть согласование с профсоюзами, значит, ограничение там сверхурочных работ и так далее. Там все эти вещи они у нас есть. Поэтому здесь единственное, что можно сказать, только очень солидарная как бы компания могла вот такую вещь позволить сделать. Отсутствие солидарной компании, конечно, ликвидировать такие возможности. В любом случае, перед нами должна ставиться задача пропаганды. То есть даже если у нас есть маленький простой, там небольшой, должен быть просрочный листок, который распространяется на предприятии, рассказывает о том, что происходит на самом деле, регулярный листок, чтобы, так сказать, формировать общественное мнение. И сегодня много борьба на естественно перенеслась в политическую плоскость, правда. Потому что правильно сказал товарищ Лермон, время выборов нужно всем нервам отдать, и надо эти вопросы максимально широко освещать, в том числе надо понимать, что прошла вторая полоса либеральных реформ, а мы должны на нее ответить своей собственной волной, критики реформ и демонстрации наших предложений, того, что у нас есть наши собственные мысли, у нас есть программы, что нам есть. Какие будут предложения по дальнейшему? Справочку можно? А? Справочку можно? Пожалуйста. Что, сейчас, с места. Значит, вот по поводу того, что вот сейчас Олег Васильевич сказал, тоже в дополнение относительно внесудебного порядка начисления процентов за задержку зарплаты. Перед вступлением нового трудового кодекса в действие у нас по городу пронесся истеричный такой слух среди главных бухгалтеров, что с 1 февраля минимальная зарплата будет согласно указу президента, что вот уже готовится указ президента, 1350 рублей. И готовится еще инструкция Минфина и Центробанка, что прямо с первого дня задержки автоматом банки будут прямо за каждый день задержки банковский процент причислять к фонду оплаты труда, и никуда директора не денутся. То есть, видимо, что-то подобное было, и какая-то довольно существенная возможность внесудебного получения вот этих вот процентов, она имеется. Но то, что потом вся эта истерика пропала и Кучинок заявил о 2012 году, это понятно. Но вот на это тоже надо обратить внимание. Мне кажется, действительно, правильно Олег Васильевич сказал, что надо пытаться работать здесь через прокуратуру и госинспекцию. Так, пожалуйста, еще какие будут предложения? Выступило у нас 9 человек. Есть предложение, значит, прения по этому вопросу прекратить. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Опустите. Против есть, против нет, воздержавшихся нет. Петров, что у вас? Ничего, надо солдатской комиссии. Слово представляется мандатной комиссии. Уважаемые делегаты Российского комитета рабочих, наше заседание зарегистрировалось 27 человек. Справа решающего голоса 15 человек. Справа совещательного голоса 3 человека. Приглашенных 9 человек. Представлены города Саров, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Пермь, Москва, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород. Делегаты, делегированные и представлены профсоюзом защита, российским профсоюзом докеров, советами рабочих Пермской, Перми, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, также представлены советами трудовых коллективов, цеховыми, правкомами предприятий,
работниками цехов. В профессии делегата с решающим голосом очень широкий спектр носит. Здесь и докеры, и слесари, и инструментальщики, машинисты, операторы станков ЧПУ, модельщики, заточники, наладчики, фрезеровщики. Я прошу принять решение и дать право решающего голоса 15 делегатам Российского комитета рабочих. Пожалуйста. А вот в списке организаций, которые были перечислены, вот тот просто были. Нас тут не зарегистрировано, собственно. А он не подошел. Ну, запишите. Кого записать, скажите? Вот товарищ Лермонтов. А меня так совещательным голосом записали. Ну, какие проблемы-то? Пожалуйста. Аналогичное предложение к мандатной комиссии, поскольку у нас есть два вида делегатов. Делегат с решающим голосом – это рабочие от профсоюзных рабочих организаций, и делегаты с совещательным голосом, в том числе от профессиональных союзов. Я думаю, что товарищ Лермон, рядом здесь товарищ Шейн, который является сопредседателем профсоюзной защиты, я думаю, можно попросить мандатную комиссию выдать ему тоже мандат с правом совещательного голоса. Если у него будет бумажка, то, что он представляет. Я думаю, что... Я думаю, что с формальной стороны абсолютно правы. С другой стороны, все здесь присутствующие прекрасно знают, что он сопредседатель. Вообще защита. Я думаю, что в следующий раз... Пока он требовал без документов, вы получил пригласительный. Представитель через голосование. Защита. Я думаю, что поскольку мандатная комиссия права с формальной точки зрения, она выполняет данные задания, то я предлагаю этот вопрос решить голосованием Российского комитета рабочих. Нет, есть обязанность у нее по формальной. Если у вас есть предложение, то... Я могу предложение распределить двух товарищей правом делегатов совещательным голосом. Мандатная комиссия выполняет свою функцию. У нас очень много было таких нюансов. Приходили в мандатную комиссию и говорили: ну что, ты меня не знаешь, что ли? Знаем, вы политические бомжи. Вот. То, что вам положено, то, что вам и дадут. Мы, товарищи, вот знаем, обоих. Вопрос, есть предложение, как решить заседание Российского комитета рабочих. Поступило предложение оформить Лермана и Шейна. Делегатов. С правом совещательного голоса. Кто за это предложение? Я прошу поставить на голосование первое предложение. Утвердить право решающего голоса. Так, правильно. Кто за то, чтобы утвердить 15 делегатов с правом решающего голоса, прошу проголосовать. Опустите против, нет, воздержавшихся. Нет. Можно я? Да, пожалуйста. Ставлю на голосование второй вопрос. Предложение Попова. Кто за то, чтобы выдать мандаты нашим товарищам Лерману и Шейну, с правом совещательного голоса, чтобы они были. Прошу проголосовать. Спасибо. Против нет, воздержавшихся нет. Мандатной комиссии прошу выдать соответствующие мандаты. Так, поступило предложение прекратить
Шпрелине по первому вопросу. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Против есть, против нет. Сдержавшись тоже. Применяется принятие резолюции по первому вопросу. Резолюция Российского комитета рабочих о действиях профсоюзных организаций в условиях нового трудового законодательства. Российский комитет рабочих констатирует, что благодаря многолетней систематической работе, систематической борьбе рабочих организаций трудовых коллективов России, протащенного представителями работодателей в Государственной Думе Трудовом кодексе, удалось сохранить возможности законных коллективных действий работников и личных исполнителей по защите от произвола работодателя. Эти возможности раскрыты в докладе депутата Государственной Думы, сопредседателя объединения рабочих профсоюзов защиты труда Шейна на заседании Российского комитета рабочих. Основные положения этого доклада опубликованы в газете «За рабочее дело» номер 2 за 2002 год, спецвыпуск трудовых прав. Российский комитет рабочих считает и опыт показывает, что в современных условиях реально могут отстаивать свои права только работники объединенных рабочих профсоюзов, которые занимают активную позицию и играют решающую роль рабочих. Российский комитет рабочих рекомендует публикацию Шейна «Новый трудовой кодекс и права профсоюзов» и подготовленную им же по этой проблеме брошюру к изучению и широкому использованию профсоюзными организациями для защиты прав и интересов работников. А где публикация? В чем? За рабочее дело номер 2 2002 год. Это я прочитал. Сережа, у вас есть. Это было, да. Все равно. Нижний Новгород, 16-й год, 2002 года. Ну что, можно резолюцию принять за основу? Значит, вот текст проекта отличается чем? В соответствии с наукой и логикой, мы начали не с того, что им удалось протащить, а тем, что нам удалось отстоять. Я думаю, правильно. Пожалуйста. Значит, мне, вот когда тут Владимир Михайлович первый раз вышел на трибуну, прочитал свою резолюцию, знаете, у меня она вот сразу отложилась как-то. Там все понятно, что о чем. Михаил Васильевич прочитал свой вариант, ну, может быть, он и лучше, но я не понял, о чем. Вроде как говорится, образование у меня не самое уж маленькое. Не понял. И вот, о чем мы что там? Мне понравилось в резолюции, в варианте резолюции Владимира Михайловича, то, что там вот эта вот мысль. В индивидуальном порядке сейчас шиш, в коллективное действие что-то можно делать. Я не против того варианта, который сейчас, хотя он такой немножко более вязкий, конечно. Но вот ту мысль, которая была в варианте Кудрявцева первоначальном, я полагаю, надо сказать, она очень хорошо укладывается. Вот это вот, понимаете, вот эта вот альтернатива. Надо включить, надо из того варианта вашего первого, Владимир Михайлович, мне кажется, сюда включить вот ту фразу, что в индивидуальном порядке сейчас бесполезно что-то делать. Это очень хорошо укладывается. Ну, это уже начинается процесс, так сказать, редактирования. Давайте примем за основу. Вот. А потом предложение запишем. Вступило предложение принять данную резолюцию за основу. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Спасибо. Против есть, против нет. Значит, резолюция принимается за основу. Поработаем над этим делом. Значит, если будут правки, дополнения, значит, изменения, значит, завтра это все на утреннем заседании. Но это наша практика. Уже, так сказать, проторенные.
давайте на